Оля! Так, все, все. А, подожди, 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 подожди. Я тут это... Где тут? Чуть-чуть. А сейчас песня... за... О. Приветик. Привет, Тём. Как дела? Привет. Да. Сейчас покажу, как дела. Опа! Приятного аппетита! Какой аппетит? С паяльником сидит. Машинку чиню после твоих модераторов. Не после меня, не надо. А после Алинки. Да. Алинка сломала стиральную машинку, а он чинит. Нормально. Нормально. А самое интересное, чьи вещи были в стиральной машинке? Твои. Так что ты виноват. Ты к Тёме. Да, хорошо, иди к Тёме. У Акули стрим. Хорошо, что у Акули стрим. Кто от Акули, идите к Акуле. Спасибо, что зашли и поздороваться. От Акули идите к Акуле. И шлите ей к Акуле. Да, кстати. А, зайдите к Акуле и отправьте от меня к Акуле. Кто не против. Много, много к Акуле. Да. Я вам говорила, ребят, что сегодня я со своим модератором буду в эфире. Да-да-да. Вот. Сидеть, чилить, болтать. Всем привет, да. И не только, Оль, болтать. Я ж сижу. Да, и не только болтать. На самом деле, я капец опаздывала, я ехала от родителей, они меня задержали, вот. Я очень сильно нервничала, очень сильно злилась, все, что смогла, вот сделала на лице, как видишь. Какой я ляпистый. Да, я еще в шоке, то, что ты еще что-то умудрилась сделать. Я как бы подождал бы еще, мне как бы без разницы. Ладно. А что стало с черным цветом? А черный цвет бывает? У меня разные цвета бывают. Грима. Пили, пили. У тебя там уже, наверное, целая коллекция этих рожек. Да, У тебя их сколько вообще пар? Дофига, я даже не считала. Темные цвета тебе идут больше. Ну, насильно мил не будешь и всем не угодишь. Сегодня у меня было такое настроение. Да, я знаю, вы все привыкли к черному, но мне захотелось так. А зачем мне-то Акуле посылать? Да, ребят, тут от ребят. Это не Акуле, это Тёма. Есть отличие от Акулы. Не знаю, можно разбавить атмосферу и стать таким гопником. А, кстати, разбавить атмосферу тоже можно добавить. Привет, ребят. Привет, Дим. Так, тут от ребят из Дискорда нашего тебе привет передают. О, привет им, привет. Интересный грим. Да, ребят, сегодня не стандартный грим. Ни черный, там, ни красный. Вот. Да, вы не привыкли к этому, но нужно уметь под обстоятельства подстраиваться. О, а то я прям как-то вообще за это. Мне кажется, у тебя заляпана фронтальная камера, потому что ты как в тумане, как я же в тумане. А и с тем учетом, что я тут напарил, я сидел еще и парил. Я не знаю, почему тебя банят за это. Я сижу, который эфиром, меня вообще ни разу не было. Ну, будешь при мне палить вейп, забанят меня, скорее всего. Зная, как ТикТок относится ко мне, ой. Тебя, как обычно, не тронут, и меня забанят. А теперь смотрите. О, вот прикол, ребят. Это мои модераторы. Это самый настоящий Иисус. И рядом Тёма. Будущий. Надеюсь, все-таки получится викинг. Я как приезжаю из Москвы, мне там посылочка придет от Юрки, связанная с атрибутикой для викинга. О, это очень круто. Будешь контент пилить? Отвести наш эфир. И такой оп-оп-оп. Сдулся. Там идет на рукавнике, на плечнике и амулет.
Да, ребятки, есть в Дискорде. Они часто там сидят. Тёма, мне кажется, чаще всех там сидит. Он бог Дискорда. А я просто бог. Да. Я главный, можно сказать так, это главный по Дискорду, Оля. Потому что все ситуации, все через меня, все через меня. Он как самый взрослый, самый серьезный, вот Дискордом занимается. Потому что у меня серьезности, как видите, не особо. Не завязывается. Да. Не, у нас во всех серьезности. Все через него и все через постель. Это неправда. А вот тут ты уже меня напугал. Нет, ребят, Дискорд, если вы еще не знаете, ну, если у вас ручки не дошли или мозги до того, что такое Дискорд, не путайте с эскортом, это не эскорт. Всем привет, 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 рады всех видеть. Привет. Всем привет, да, всем привет. Ух, так. Привет, привет, ребят. Найс, так. Спасибо за подписочки, ребята. У меня тут, я смотрю, сразу пошел. Правильно, с Волей. Ой, вот стоило только с Волей зайти в эфир. Да-да. Да-да-да. Это мои модераторы, да. Ну, второго не видно, а вот это вот в шапочке Бурундука. Второй это, хотел бы вытащить. Это взрослый, просто серьезный дядька, ребят. Это очень взрослый и очень серьезный дядька. Ну, не пугай так народ. Хотя я там пожрать в Дискорде любитель кого-нибудь. Тебя, Сережа, приветик. Ну, от нашего модератора. А, Серго. Несомненно, Серго. Серго. Да, он ко мне тут сегодня. О, Ленька Ульман. Где Ульман? Самый взрослый, самый лысый. Ну, спасибо. Где Ульман? Вон он, видишь, есть. А вот теперь официально. Ульман, пошел в жопу. У них обычно так. Они без этого не могут. Совместку с нами втроем не делается. Тем более мы договаривались с Олей чисто вот вдвоем именно посидеть. Я сколько, наверное, месяца два назад первоначально спрашивал про совместки. И у нас только сегодня получилось. Потому что у Оли тоже дела, он очень много дел, потом у него насчет щеночков и все. И, соответственно... Есть Ульма, Леня, а есть еще просто Леня. У нас просто тут это. Нифига. Это у тебя эффект так повлиял? Да. Нифига себе. Он не лысый, он частично лысый, ребят. Присмотритесь, там волосы, видите? Подожди, вот это надо. Революция! А то мне говорят это. Ты что, с какого... Как ты убежал с мавзолея? Да встал и пошел. Хорошая шутка. Брата Тёминова знаешь. О, привет из Иваново. Тебе. И мне. Опа. Кто там? Привет. Привет, ну, землячку. Привет, землячку. Нурман. Передает привет. О. И тебе тут, соответственно, приветы передают. Видать, кто до тебя не может дописаться, пишут через меня. Наверное. Я, которая только пришла, ничего не понимаю. Привет, я Оля. Надеюсь, ты меня знаешь. А это мой модератор Тёма, который, можно сказать, отвечает за Дискорд, который с вами в Дискорде всегда сидит. Всем привет. Сегодня такой чил эфирчик. Привет, Окси. Привет, солнышко. Привет, Окси. Привет, родненькая. Рога очень красивые. Я тебе такие же сделаю, Настюш. Неси топор, пойдем адекватить Париж, а все погибшие пойдут в Валхалу. Как обычно, Клаус у нас выдает свои. У нас просто, понимаешь, в Дискорде есть свой динозаврик. Да? Да. Вот я подумал, надо ему реально, вот он один-единственный, реально такой вот из всего народа. Мы над ним просто угораем.
постоянно минутки фактов, еще чего-нибудь. И у него именно вот на тему динозавров, еще чего-нибудь, реально хочется ему выдать индивидуальный этот, как Дискорд это правильно называется. Паш! Блин, скажи, и я скажу. Не звание, а этот. Орден, медаль, Нет, не награду. орден. Нет, у нас вот есть, например, бес, есть смертный, есть Роль. роль, да. А вот именно ему роль дать это, главный динозаврик. Ну, можно. Почему бы нет? Роль, да, Это правильно, роль. вообще некоторые ребята, нет, есть и ребята отдельные, которые, грубо говоря, можно дать роли определенные, но чисто только несколько ребят. Тебе подходят все цвета, белый не очень. Ну, ребята, я говорю, всем не угодишь. Для всех хорошим не будешь. Кому-то нравится белый, кому-то не нравится черный, кому-то вообще не нравятся все мои образы, кроме кота. Все там ноют: кота, 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 верни. Ну, то есть, ребят, ну вы сами понимаете, это вкусовщина. Нет, кот шикарный, но у него все шикарные образы. Что не смотришь? Вот Просто вчера на все свой лимит. я вчера увидел то, что ты вчера решила сделать это. Александру, я такой сижу, кайф. Она была позавчера. Позавчера стоять. Вчера Все, был дед, другой эфир. реально старый. Ты не Реально просто старый, старый. ты все пропустил, ты мне не написал, я вообще не знала, будет ли сегодня эфир. В общем, какашка. Я этого наоборот ждал, ждал, ждал. Я наоборот не стал тебя беспокоить. Знаю, потому что ты у нас постоянно занята, и из-за этого сегодня тебя не писал. Тем более сегодня вроде бы как бы и праздник, кстати, с праздничком. Да, тебе тоже. И по тому же месту. Допишу, если нет. Да, ребята, я просто мало читаю чат, потому что я общаюсь с Тёмой. А с каким Дракошей? У меня с Акулей был эфир, а с Акулей мы будем эфир не каждый день проводить. Потому что мы как бы это не вместе живем. Да, я вчера, кстати, был удивлен. Ты же сказала, что по субботам ни с кем эфира не делаешь. Она взяла и ворвалась. Плюс это чат, я не знаю, видимо, кто-то ей сказал из чатика. Я говорю вчера такая: ну, призывайте акулу, вдруг подключится. Я не ожидала, что она подключится. Видимо, кто-то к ней в чат сказал, пришел, типа, подключайся. И она, наверное, подключилась. Это было очень забавно. У тебя спрашивают, какой у тебя ник в Дискорде? У меня в Дискорде игра в 37 раз. Аватарку я там сменил, вот эту вот, которую мне Юрка подшаманил, только не вот эту вот огненную, как здесь, а помнишь это в капюшоне? Ну, Цветной плохо, фон такой. плохо. Она сейчас стримит. Я знаю, что Акуля сейчас в эфире. Она у Знаю, знаю. меня в ВК. Она у меня вроде в ВК, аватарка сейчас. А, нет, А, там ВК мне. Короче ну говоря, я посмотрю. немножко поменял аватарку, но там, ребята, спросите Тему, модератора, и сразу мой ник вам скинут. Просит порычать, просто спамит. Порычи, 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 порычи. Хорошо, сейчас порычу. Это не Распутин, это Тёма. Или ты про меня? Я так не умею. Кто? Не умею. Не умею. Надеюсь, хватит. Это Ленин, да, это Ленин. Да, Асма, у Оли есть собственный Иисус, собственный Ленин. Кто у нас там еще есть? Княже Саталин. Как по мне, она более стеснительная, чем ты. Кто? Что? Это про что? Опять, несомненно, Сержу шалит. Опять он на меня только что подписался. Видимо, ты отписался и опять подписался, да? Так, а в смысле, мне интересно, вы заходите для того, чтобы эксплуатировать девушку. А кто меня как эксплуатирует? Я что-то не поняла. Надо водички налить.
Мне кажется, ребят, этому образу няня не подходит. То есть, если я буду някотью, это вообще не под этот образ. Разговор священника с дьяволом, как в фильме. Порычи-порычи, да, да ну, я, просто... Я сейчас на самом деле объясню насчет порычи. У очень многих людей не получается так рычать. Я даже специально записала видеоурок, что, урок, чтобы пытаться хотя бы научить это делать. То есть многие как делают? Вот, а у многих не получается в себя вот сделать вот этот рык. Спасибо, N333M. Вот, и мне не сложно сделать. То есть это нормально. Абсолютно. Мне не сложно. Ладно, если бы мне сказали, там, бахни сальтуху или что-то такое, это уже, ну, я бы расценила как издевательство. А если человеку, ну, правда, нравится, хочется услышать, мне не сложно сделать. То есть есть, понимаешь, грань, которую переходить не стоит. То есть там вот эти, там, постани, сделай ахигау, то есть у меня контент не про это. Я против сексуализации контента. Вот, есть другие стримерши, которые с радостью вам задонатят, там и язык высунут, и глазки закатят, и сиськи покажут. Я не такая, я вот такое делать, допустим, не стану. А порычать, пожалуйста. И мы не позволим, и мы не позволим. Спасибо за розочки, спасибо большое. А как правильно твой ник читается? Можешь, пожалуйста, в чат написать? Тебе так напишите в мне или напишите в Дискорде. У нас же есть сервер Дискорда, соответственно, у Оли в шапке профиля. Есть. Заходите в Дискорд на сервер. И там просто в чате напишите о том, то, что ник Тёмы. Модератора. Я про человечка, который сейчас розочки здесь дарил, я просто не могу прочитать его ник, я его просила. Ник, скажи. Но спасибо за объяснение. Это было, безусловно, полезно. Я думаю, не я одна сегодня туплю, я очень рада. Умеем, практикуем. Папа поясняет за канал дочери, это не мой папа. Да, кстати, насчет древа. Насчет древа. Я, получается, мне просто некоторые слова трудно сказать. Короче, перемещусь, и я буду Оленин папа. То есть Пашка будет мой зять. То есть я тебе буду братом. Ребят, мы просто с модераторами древа составили семейное, и сейчас меня сломал Тёма. Я женат раз. Давайте договоримся, рыкни чаще, чем вот раз в 10 минут, а то я замотаюсь рычать. Да, ребят, а то если замучите, я же потом перейду в ее эфир и начну просто банить, чтобы не доставали. Так, да, ребят, с Акулей мы давно познакомились. Я просто иногда отвлекаюсь на чатик, Тём, извини, пожалуйста. А, не, я сам же тоже сижу, читаю. Тебе и папу нашли, и братьев, и сестер. Того, гляди, мужа приведут. О, барон, привет! Привет, привет! Барон забегал. Он ко мне зашел от тебя поздороваться. Привет, да, спасибо, да, что да. Заглянул. Иди к Тёме. Если что, он мне все передаст. От тебя? Я не передаст! Я не передаст! Я не ругаюсь на эфир. Кусь. Тёма, сделаешь кусь? Кусь-кусь. Наш кусь-кусь. 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 Кусь. Full horns, but I like Муно. Муно? Who is this? I don't understand. Ольга пригласила меня на эфир, спасибо. Я пригласила на эфир, я никому ничего не отправляла, ребят, правда. О, Серго теперь пришёл ко мне. Кстати, Серго сегодня тоже так баловался, тоже от меня, видать, отписывался и подписался заново. Шалишь? Не шалишь. Ники, я не знаю, спросить. Я же не забыл, что... Я тебе говорила, нужно не показывать штучку,
а выдыхать можно. А ты такой... Я такой, вспомнил просто. И голову убрал. Куда тыкать, чтобы пойти к Тёме? А, смотри, у него у нас на экране есть, вот, несомненно, вот у него ник отображается. Нажимаешь кнопочку, и там прямой эфир. Mono or cute. Нет, класс. А это, да? Understand, what is Mono? Mono. Mono. Алиночка тут, Алиночка тут. Приветик, приветик, доча. У тебя в чатике? Да. Алиночка, кусь-кусь. Кусь. Совместный кусь. Ребят, я уже сказала, только что кусь. Так что не надо меня байтить на кусь, не надо плюсики писать. Я и так кусь-кусью вам. Так, иногда если будете доставать кусь-кусем, вам будет в эфир не кусь-кусь, а пук-пук. Это я нормально. Же дел... He a moderator. Yes, he is a moderator. Very, very old moderator. And his name is Артём. Это кто? Модератор мой. Мы просто договорились, что мы выйдем в эфир, потому что в силу некоторых обстоятельств не смогли увидеться на его день рождения и так далее. Вот. Ну, хоть так потрендим. Кусь-кусь. Меня просят уже кусь-кусь. Ну, кусь-кусь. Нет, ему не 40, кусь. Ребят. Это все лысый. Мне 40. На самом деле, если мужчине с лысиной нацепить парик, он сразу на 10 лет моложе выглядит. Я вам отвечаю. Я сейчас проще сделаю. Вот. В общем, я займусь как-нибудь при встрече. Я вам покажу. Несомненно, демония. Лысину не видно? Не видно. Только, блин, борода все равно. Да, еще бороду подровнять, и вообще прекрасно будет. А так немножечко на маньяка похож. Самую малость. Но оно и прекрасно. Понимаете, какие у меня модераторы? У меня Иисус. Маньяк. Маньяк Ленин. Но если загримировать, будет викинг. Тот чел из Far Cry. 35, наверное, гадают. Теперь 50 даже. Кепка старит. Кепка тебя старит. Меня старит кепка? Могу вот сделать так, типа... Кепочный батл. У кого круче кепочка? Моя делает блестючку. Несомненно, не, маньяк. And маньяк. Какой маньяк? Хотя мне одни из ребят, с которыми я уже давно общаюсь, первый раз мне сказали, ты очень похож на маньяка, но после этого стали со мной дружить. Ну, я тоже так думала и начала с тобой... Нет, я начала с тобой дружить и думала, ты похож на маньяка, но продолжала с тобой душить. Ой, если душить. Нет, ему не 60. Господи, скажи, да людям, сколько тебе лет, иначе они в меня съедят. Да нет, мне лет столько же, сколько Иисусу, когда его распяли. 33 годика. Нет, это не рязанский маньяк, ребят. 33 годика, да, 30, не 24, представляешь, комплимент, 24. 33, да, 33. Тигрокотик? А что за тигрокотик? А, нет. Не знаю, узнают, не узнают, узнают, не узнают. Почти отгадал кто-то, да-да-да, ребят, молодцы. Скажи, привет. Оля а не передает личные приветы. Предупреждаю сразу. Потому что ей захочется передать сразу, уже начнется и захочется всем передавать приветы. Тогда эфир будет просто тупо одни приветы. Так что нет. Ребят, не в обиду. А вот кусь можно сказать. Сержа, а ты борзый, Сереженька. Он пишет. У Тёмы лучше кипарик, он им поляну скрывает. Пусть апокалипсис. А? А Димоняшке 28, если кто не знает. О, мне и друг как раз зашел. Как вот про Витасика, помнишь, я тебе рассказывал, который в Калининграде? Он тут... И куда ж ты делся, дружище? Вот только зашел, увидел. Бедолага.
Рогами удобно. Будешь чай вкусный? А у меня есть. А какой у тебя есть? Ну, не-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 не. Я сейчас прикольну. Он врет, что ему 33. Нет, не врет. Там, по-моему, Иисус на заднем плане пылесосит. Зато, спасибо большое, Андрей, за подарочек на карту. Спасибо большое. Подарочки, подарочки, это хорошо. Спасибо большое. Чекнула, спасибо тебе. Я вижу, Вера, увидела объявление. Спасибо. А что за шум? Там Иисус пылесосит? Чайник. Прям жуть, как будто соседи с перфоратором. Нет, это хотел чаю попить, называть. Ладно. Нет, это прям жутко было. Я не знаю, как-то искажал звук микрофон, прям жесть. Но он громкий достаточно. Как называется... Да, меня плохо было слышно из-за перфоратора в виде чайника Тёмы. Чайник-перфоратор. Пластилин воздушный, ребят, а образ никак не называется, это просто образный эфир. Да, чисто так, разовый образ. Да, причем очень быстрый. И мне захотелось в белом формате. Меня, кстати, ну, Мэйка, засранка, вчера заразила песней. Я предлагаю всем, кто знает Мэйку, зайти к ней сейчас и написать ей в чат «Белая ночь опустилась как облако». Вот фразу. Просто поспамить этим. И сказать «Белая ночь опустилась как облако, привет от Несомненно». Вот. Если кто может зайти к ней и написать это, я буду очень рада. Вот прям поспамить. Оля не узнала тебя. Ну что, будем угорать? По музыке? А, по гриму? Да, давай. Я да сейчас, и можно и музычку. Да, давай, включай, начнем. Включай. Так, только дай. Вот этой песней меня заразила Мэйка. Сейчас вернусь, хорошо. У Мэйки скучно. А у нас есть музыка? Она игру запустила, которую ты ее научила. А, с... Какую? С песнями? Кисточка, отлично. Какой ты хочешь образ? Что будем делать? Короче, я подопытный кролик у тебя, давай. Ты же у нас это прям. Так, ну рогов у нас, разумеется, не имеется, да? Я буду смотреть 16 числа твой эфир. Главное, купи этот пластилин. Спасибо большое за розочку. У меня есть один пластилин, но он достаточно тяжелый, он не воздушный. А тот надо заказывать, который ты говорила. Да, нет, не воздушный вообще не используй. Ну, да. Башка так, как-то использовала, не воздушный. Я в шоке. Do you know English well? No, my English is very, very bad. So sorry. Блядь, я не... Там главное, чтобы тебя не забанили. Ай-яй-яй, матюгальник. Ай-яй-яй. Кто там? О, спасибо за подписочки, ребята. Аннел, спасибо за леденцы. Так, будем делать демона, наверное. Если я белый демон, то ты будешь черный. Угу. Странный, я вообще первый раз такой краской пользуюсь, я так что... Что-то кисточка какая-то прям... А, у Мэйки актив, ну понятно. У меня хорошо, спокойно сегодня, я рада. Ну так, относительно. А ты только сегодня к родителям, да, в город вообще не гуляла, ничего? Нет, ну а что, я и так мучаюсь от этих самолетов. Хорошо, стрима пошла детей собирать, обещала салют показать. Кстати, всех с праздником. Привет. С праздником, солнышко. Привет. Хорошо посмотреть салют. Привет, всех с праздничком еще раз. А это кто? Ребят, всем, кто новенький пришел, это Тёма, это мой модератор. И он в прямом эфире делает грим. Как зайти в Дискорд? У меня в шапке профиля ссылочка на топлинк.
открываешь желательно с компьютера, и там есть кнопка на Discord. Да, и переходите. У всех дела хорошо. Ну что, надеюсь... давай командуй. Так. Слушай, наверное, надо тебе нарисовать рожки. Если нечего клеить, будем их рисовать. А вообще это не было рядом с скотчем. У меня прям проблема получилась. Пока удачного стрима. Хорошего тебе вечера, солнышко. Спасибо, что заглянули. У тебя нет малярного скотча, Тём? Малярного скотча? Да. Вряд ли. Блин, вот так бы и понятно, что можно было малярный фиг, с ним уже упал. Малярного скотча вряд ли. Вряд ли. У Алинки. Я же не у себя дома, я же у Алинки. Ну да, а у Алинки нет? Сейчас, секундочку тогда. Сейчас, ребят, мне интересно заглянуть к Майке. Интересно, у меня с компа хотя бы будет ее эфир? Но у меня, короче, пропали полностью эфиры. Ну, уже давно, много месяцев нет. То есть мне, если не прислать уведомление в личные сообщения или куда-нибудь, ссылку, то все. Нету. Значит, будем рисовать. Значит, так. Будем рисовать. Ну, тем более у нас есть где рисовать, это хорошо. Прям ее очень много. Здорово. Привет. Всем приветик. А ты уже говорил, сколько лет ему? Марина, 30... Мори, спасибо за розочку. Какую фразу из игры? Он не знает фразу из игры. Ты ведь не знаешь никаких фраз из игры? Кроме есть пробитие, наверное. Фраз из игры. Да пребудет со мной сила. Да пребудет с вами сила, точнее. Давай, наверное, рисовать рожки. Только я не знаю, как. И я первый раз вообще вот так вот что-то именно конкретно прям рисую. Короче, вот с этих частей у тебя вот тут лоб, у меня нет лба. Вот туда наверх рисуешь рожки. Такие один рог, второй. Непрямые, закругленные. Сейчас, стоп. Я знаю, как я тебе это покажу. Я знаю. Я возьму бумажку. Ты понимаешь, сколько раз я сейчас буду перекрашиваться? Через... Я возьму бумажку, возьму маркер. Опа. Короче, нарисую типа твою голову. Получается ужасно. Получается какой-то шар бильярдный. Ну, в принципе, ладно. Вот. И твоя задача. Так, я сейчас нарисую брови, чтобы ты понял. У меня плохо рисует маркер. Отстой. Твоя задача вот туда на лоб нарисовать вот такие... Рога сейчас. Примерно. Я понял. Вот, примерно так. Точно я могу вот так подержать. Понимаешь, для меня вот... Попроси Иисуса. Прямо одновременно подумали. Иисусик наш, родимый. Mathis is repeating the same action over and over again. Open for change. Просим да. Тебя, родименький. Я Тёма. Хватит спамить насчет стрима с Мейком. Мы не будем делать стрим каждый день. У нас как бы есть свои дела. Выглядишь моложе, чем 28. Спасибо. Что есть, то есть. Спасибо за подписку, ребят. Спасибо. Сегодня просто чил такой эфирчик с Тёмой. Веселимся, красим его в прямом эфире. Сейчас Пашка ползет. Ты тут сидишь, значит, слушаешь музыку, чилишь в ТикТоке, пока Паша что там паяет, делает, да? Понимаешь, чтоб мешать ему, чтоб слышать еще Иисус и мат, не хочу. Иисус и мат. Спасибо за розочку, Никита. Спасибо большое. Приветствую, спасибо за розочки. Do you like anime? Yes?
Короче, Оль, покажи, Паша, что надо нарисовать. Вот прям на это, на лысину туда. Да, но так, ну, типа объемненько. Ты знаешь, что такое объем? Ты знаешь, что такое объем. Нужно будет потом еще оттенить чуть-чуть, знаешь, чтобы они казались такими, более-менее настоящими. Спасибо за 32 розочки, солнышко. Ой, еще за 3. Ой, спасибо, спасибо. Оля, Оль, ты на очень них. Хорошего обо мне мнения. Слишком. Алины нет, вот Алины нет. Да. Пока просто нарисую рога, значит, такие. Чтобы выглядел более-менее объемно. Модераторы тоже заслуживают совместный эфир с Олей. Да, тем более они мне так отлично помогают. Они меня всегда поддерживают. Они мне как семья уже. Кстати, еще завтра спасибо. В гости не Да. Еще и завтра спасибо. В гости приедем. Это мы еще обсудим, потому что я, может быть, завтра уеду с мамой. И это пока не точно. Но мы можем вечером подкатить. Ну да. Тынявка, привет. Тынявка, спасибо. Тынявка. И завтра еще с нами Глебушка собирается приехать. Я знаю, он мне говорил. Да я в душе не это. Ну вот и тебе подопытный кролик. Поэкономь подарочки, солнышко. Спасибо тебе большое. А потом будем тренироваться. Моя любимая Хикки в эфире. Прикинь, у нас в Иванове ни в одном магазине не продается воздушного пластилина. Ни закажи на Озон. На Озон закажи. Ну вот так я не буду заказывать то, что ты мне скинула. Спасибо, Никита. Спасибо, Стю, спасибо. Да, вот то и закажи. А так, ну, проще заказать и где-нибудь забрать. Я думаю, пункты выдачи-то у вас там есть по-любому. Они сейчас везде есть. Да, есть, я смотрел. Они кривые. О, помнишь Луку? Чем? Теперь ты черт. Нормально. Делаем его из чего, а не знаешь, что вы чертика. Да, Лука, конечно, знаю. Вот. Знаю Луку. И Маш, привет Лука. Тебе. Снейк, спасибо за розочки. Тебе привет. Я косоглаз. Я тоже его помню. Теперь что-то нужно куда-то... беленьким их накрасить внутри. Не, может, все-таки левый перерисовать попробовать? Да просто он дрался, и чуть-чуть кривые они стали. Ладно. Я же говорю, потом... Что дальше делать? Белым. Внутри белым? Тройной эфир делать нельзя. Вот. Несомненно, семья – самая лучшая семья, да. Несомненно, кусь-кусики. Кусята. Кусь. Ребят, где вы еще можете увидеть, как два мужика в прямом эфире красятся? Ну, в принципе, везде. Оу, май. Спасибо, Снейк, за кучу роз. Спасибо тебе. Клаус, кстати, я помню, что ты кое-что обещал. Это прекрасно, ребята. Просто сижу, залипаю. Я смотрю, как один мужчина трогает другого, как он мастерски владеет кисточкой и водит ему по лицу. О, боже. Где ты еще это увидишь? Ой. Вот именно. Да-да. Какой секрет? Какой секрет? Какой секрет? Чем расскажем секрет? Какой секрет? Секрет? Но то, что нам не по 28 годиков и не по 33, а нам уже какой десяток тысяч лет? Мне тоже интересно. Я не знаю, про что, о чем речь. Что секрет? Что секрет тут от меня? Что происходит? Это сталкер пишет? Нет, не сталкер. У вас сейчас еще со сталкером секрет от меня? А вот это я хотел тебе вживую рассказать. Несомненно, ну, вживую, ну, либо на эфире. Угу. В зависимости от того, что ты хотел рассказать. Несомненно, Сержа пишет, что тебе нужен писюн на лбу.
Уже лучше, А уже это лучше. могу. Юрка пришел. Привет, Юра. Писюн могу нарисовать. Почему ты не используешь звук стю со своим гримом? Смотрелось бы прикольно. У меня пара звуков сохранено, но что-то не знаю. Пока руки не доходят. Ну, что-то типа так. А теперь можно нарисовать тени. Взять чуть-чуть черненького и размазать. Сейчас объясню как. Сейчас ты сравни. Ну, короче, вот так размазать. Видишь полосочки? Вот черненьким слегка, чуть-чуть-чуть черного взять. И именно по белому размазать, сделать типа, ну, оттенение такое. Либо сделать вот так, смотри. Сейчас. Лучше даже будет. Вот здесь еще губочка есть. Еще. Сейчас, вот. Где губочка? Вот здесь темным нарисовать лучше всего. Здесь темненьким и чуть-чуть именно растушевать. Растушевать по краям. Побольше к центру, поменьше с наружной части. Огромный понял. Такой. Серж, что у тебя за писячее настроение? Ничего не понял. Он ничего не понял? Да я тоже вроде что-то. Короче говоря, Миша. Видишь, вот здесь вот растушевать черным, как тени, знаешь, сделать. Чтобы здесь в середине рогов было серое. И здесь можно чуть-чуть серенького. Но здесь побольше, чтобы вот хотела бы тыкнуть в Тему, блин. Вот, блин, только будет тыкнуть в Тему. Смотри на лоб Темы. Видишь, у него середина, внутренняя часть рожек. Ага. Вот там от линии иди к середине рога, просто растушевывай белый с этим. Черный. Что значит растушевывай? Чуть-чуть набираешь черного и вводишь просто, размазываешь вместе с белым, чтобы он сошелся. А, то есть я именно по белому сейчас вожу? Да, по беленькому. Короче говоря, ой, сейчас буду Оль, насчет нашего Димки Сталкера. Вообще, я хотел тебе это рассказать еще ну, думали, то, что ты приедешь, но у тебя не получилось на день рождения. А когда мы переехали к тебе первый раз, тут у нас все болтали, и тут нам времени просто не хватило, да и мне еще из головы как бы вылетело. Сейчас, на данный момент, я могу это рассказать. Короче говоря, я с Димкой, во-первых, уже давно общаюсь. Димка у нас, блин, ну он классный чувак. И знаешь, как он тебя прорекламировал у себя в городе? Не знаю. Он сделал буклетики, это раз. Он раздавал. Он, то есть, за свой счет делал все эти буклетики, раздавал у себя в городе. Он сделал уже два вида визиток. Я тебе насчет какие визитки, я тебе скину потом в личку. И также раздавал в городе. При этом на визитках были там этот, как этот, ID. Видите, как на чеках. Оно? QR-коды? Да, да, да. А на Discord, на TikTok, на и Instagram, на ВК. Ребят, как думаете, может ему сделать, как на моих рожках, несомненно, чтобы рожки как будто растут из головы, ну типа анусы нарисовать, из которых лезет рог? А, то есть вот эти вот места? Да, типа сейчас. Черненьким также можно. Вот сейчас такого плана. Вот. А, во. Типа то, что они из... Угу. Ты понял? Нет. Но сейчас нарисуем. Нет, не понял. Спасибо, хулиган за розы. Нет, ну я насчет Димы стал сейчас немножко в шоке. Это очень необычно. Прикольно. О, и при этом, когда первый раз я это увидел, понимаю, знаешь, сколько времени я молчал? Могу себе представить. Но ты стойкий. Я люблю людей, которые умеют хранить секреты. Это не точно секрет. Это мне Дима сам разрешил, чтобы я тебе именно рассказал, но я хотел это рассказать вживую. Подписался. Спасибо большое.
Так, ну-ка, покажи там свои анусы. Ну, листочек в смысле. Колине такие Анус. запросы. Да Калини-то я даже спрашивать не буду. Ну, это да. Как зайти в Дискорд на телефоне? Написать нам в чатике ВКонтакте или в чат ВКонтакте зайти, и там наверху ссылка. Либо в группе у меня ВКонтакте тоже в шапке профиля ссылка на Дискорд. Они вообще Есть получше выглядят. итоги, ссылочка у Оли в шапочке, Она криво заходите. работает, Тём, она криво работает, которая здесь вот кнопка. Кстати, Оля, я еще, кстати, ты мне завтра приедем, ты мне покажешь, расскажешь, у тебя же там вот это вот какое-то приложение или что это такое? Где всякие эти кошелечки, не кошелечки, Дискорд, не Дискорд, ВК. В Привет, шапке Виктория, профиля. привет. Я пытаюсь понять, о чем ты говоришь. Вот это как раз вот в шапочке профиля у тебя, там вот это вот А, ну фигня, что ты таплинк. нажимаешь, Просто и сайт такой вылезает есть. на какой-то... А? Просто сайт такой, таплинк. Вы удалили нафиг меня с ВК почему-то. Либо автоматически тебя бот кикнул за неделю неактива, ну либо ты материлась. Ну я не знаю. А Это кто? Пусть скажет, кто это, и я скажу, скорее всего. А, Катерина. Катерина? She doesn't have a red demon anymore. No, she... Ну, хрен его This знает. Ну, demon что тут? maybe come back, but don't sure. But a lot of people want come back this demon. I don't speak English very good, sorry. Вот, спасибо I за hope you подписочки, understand. ребята. Спасибо за подписочки. Ред Фокси передает привет. А, не материться. Ну слушай, напиши в личку мне или тем, или кому-нибудь из модераторов, там Ну кого да, спокойно. Мне, знаете. Паше Иисусу можно написать. И Да. если не за мат, то мы вернем. Если Угу. просто кипнули за то, что не было времени, мы вернем. Ну да, за Да? бездействие, да, бывает, тогда мы без проблем возвращаем. Как дела у вас, Тёма, Оля? А что значит Тёма, Оля? Еще Иисус. У нас отлично. Вот Да, вы нарисован забыли? рожки. Вот, смотрите, отлично. Уже растут рожки. Чуть-чуть кривые, но растут. Уже разок. У Иисуса косоглазие. Нормально, не Ментально. страшно. Как вы смогли так сделать? Что именно? Ему рога нарисовал Иисус. Блин, представляете, рога нарисовал Иисус. Хорошо не поставил. Да. Ребят, у меня... Мутюкаются. Артем, тут у тебя мутюкаются. Мам, мутюкаться... Нет, давайте без мата. Пожалуйста. Ну и что мне с ним дальше делать? Дальше. Сейчас придумаю. Надо дальше. Отпустите мне грехи, я кофе на ночь напилась, пишет Настюша. Наша. Настя. Настя Шадаран. А, кстати, привет, Настя. Так. Так, сколько стрим идет? Часик у нас примерно час. Чуть меньше. Давайте рисовать брутальные брови черненькими. Твоя задача сделать брови угловатыми. Сейчас я объясню. Резкими такими, с уголком наверху. Ну, то есть по его бровям просто сделай их более резкими. И более Ничего не жирными. понятно, но очень интересно. Сейчас попробуем. Учись, зато на себе потом будешь еще. Кстати, а может еще и Пашу просто украсть? Эй. Стримы по играм. Будут стримы по играм. Есть Twitch, но попозже. В чем Спасибо смысл за вашего подписочки, Дискорда? ребята. Общение. Общение, совместное времяпровождение. Мы смотрим там фильмы во что-нибудь, играем. В общем, много чего делаем. Просто с ним болтаем. Что-то кисточка какая-то. Да, конечно, кисточка плохая. Не руки из жопы, кисточка плохая. Да. Илья, привет. А кто пластмассовые рога? У меня не пластмассовые рога. А, Тёма, как насчет позже совместного стрима? Это кто пишет? Майсал 0. Ма-1 сал 0. Ну, я только за совместный, я и с Люци совместный эфир вел. Вот.
Тут, кстати, тебе большущий привет, я так не передал. Тебе большущий привет от Сережки. Ты Тут привет, не я вижу. вертись. Спасибо. Do you have a Вот. Twitch? How will the game be there? Я так не отвечаю за то, что я Maybe horror не... games, but I'm scared very, very much. I can't play horror games. Делай. It's terrible for me. Вы вообще что там говорите? Я с английским не бини-мини кукареку. Я просто пытаюсь сказать за Twitch, что у меня там какие игры будут. And maybe Minecraft with followers. Вот если этот человек говорит по-русски, я его потом забаню. Что я тут сижу, жопу рву, пытаюсь что-то сказать на английском. Я вам, ребят, я говорила, да, что я плохо знаю английский. Оля, по сравнению со мной, ты знаешь английский как боженька. Я тоже фигово знаю английский, не надо. Значит, лучше боженьки. Давай доту стримить. I don't... Тьфу, я не играю в доту. По поводу совместных стримов. То есть пишите, добавляйтесь и пишите мне в личку. Мы там договоримся. Когда чего? Кстати, да, Оль, я... Прикольно. Нет, не то. Посмотри и сравни. Посмотри и сравни. И что не так? Ты посмотри, они должны быть по детей сегодня. Одно и то же, мать вашу. Они должны быть наверх и не вниз. Беги, смывай эти брови. Короче, не по его бровям рисуешь наверх брови. Видишь, у меня идут уголком наверх. А он, получается, какой-то Пьеро из Буратино, которому ураган оставили. Ну, стеснительный демон, чего? Outlast. No, 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 no. Outlast, no. No. No, my darling. Окей, okay, it's cool. Ты посмотри на него, вот. Сидит, ржет. У вас спрашивают, пойдете ли вы в Дискорд потом? Да, пойдем. Да, пойду. А кто спрашивает? Кто спрашивает? Илья. Если... Илюха, понятно. Угорающий Иисус, да? А вот Outlast не страшный, рекомендую. Можно ему без леща леща дать? Нет. Ребята, я смотрю иногда стримеров. Я смотрел у Блэка Outlast. Великолепная игруха. Я смотрела, как он играет, и обсиралась сидела. Так что не пытайтесь вы старую женщину обмануть. Ну вот, но меня если оставили. Если вы хотите, я поиграю в Outlast. А теперь Тёма красит Иисуса. Не, Тёма пошел брови смывать. Нормальные брови, что вам не нравится? Я не художник. Нормальные, только грустненькие. Да куда? У него вообще брови как-то снизу, блин, вот под костью свои. А вот ты тогда, с учетом того, что у вас камера заляпанная, вот реально, у тебя есть рядом салфеточка, ты можешь вот так вот сделать по камере? Мне больше всего нравится у Тёмы бьюти фильтр. Вот прикиньте, это был не туман. Да это специально, чтобы мое художество скрыть. Ну ты чё? Мне нравится бьюти-фильтр у Тёмы. Просто сделай себе вот так по лицу. Видишь? Ё-моё. Какие страсти. Тёма себя хочет делать менее викингом, более милашкой. Outlast 2, it's not too scary. For me it's very, very scary. Ну, давай попытка номер два. Да. Куда? А вообще в дальнейшем, то есть, ребят, кто не знает, будут уже связаны с викингом. Куда их вверх, говоришь, вести? Привет, 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 ребят. Спасибо, что зашли. Ждем. А, брови номер два. Короче,
не смотришь на его брови, до середины рисуешь брови, а потом продолжаешь. Вне его брови просто дальше, выше. Надлом, Олег Петрович, вот, надо рисовать надлом подальше. Вот. То есть подальше надлом. Какой надлом? Куда вам надо? Вот эти вот, вот эти вот. А ты нарисовал вот здесь вот, а надо будет, грубо говоря, вот здесь. Да черт его знает, что я вообще нарисовал. Просто главное, чтобы повыше. Чего-то народу мало. Да потому что совместный эфир, плюс это не акуля, вот, поэтому народу мало. Но я говорила, что я выйду с Тёмой поболтать. Актеры тетради смерти, что ли? Вот. Если мало народу, хорошо. То есть не надо очень много-много начать отвлекаться, и никто не обижается. В этом есть свой плюс, я это говорила. То есть уютно, спокойно и смирно. Сейчас в эфирчике. Вот потом я останусь одна, включу музычку, там где-то к 10. Вот тогда начнется ад и вакханалия, как обычно. Тем ну да, менее, мы как раз еще закончим рисоваться. Бум-барашка, спасибо, спасибо, рада снова тебя видеть, спасибо за сердечко. Посмотри фильм «Варкрафт», я, по-моему, смотрела. Ну так себе, честно. Акуля тоже ведет прямой эфир. Ребят, я знаю, что Акуля ведет прямой эфир, и мы не будем каждый раз вести прямой эфир вместе. Я буду до конца. Ей! Тоже дичь, да? Нормально. Это лучше, чем было. Это лучше, чем было. Только слишком близко к камере его лицо не подноси. И дорисуй бровь ближе к переносице. Сделай бровь чуть, ну, продли бровь ближе к переносице. Ага. Так, проверочка. Что проверочка? Какая проверочка? Привет, с праздником. И тебя с праздником. Так, Серёж, что там балуешься? Что там веселишься? Зачем Иисуса венок на лбу рисовать, если это не Иисус, а мы рисуем на Тёме? Причём здесь ещё Иисус сейчас? Иисус видела, рисует. Маршрут построен, если да, как ощущение от фильма. Сейчас я быстренько чекну. Оля, Оля. Блин, надо будет посмотреть сегодня. Странно, как я его маршрут. Варкрафт не смотрела? Нет, маршрут построен, фильм. А? Я, на удивление, не смотрела. Нет! Алинка пишет, нет! Но мне нравится. Но мне нравится, что я вижу. Так, сейчас на кинопоиске себе добавлю. А, блин, оценка плохая. Но я по оценкам не сужу, я всегда все равно все смотрю. Короче, Оль, ты посмотри, скажи так, не так, чтобы мне либо идти опять смываться, либо... Так, вторую надо нарисовать. Пойдет. Все. У меня одна линза. Пункт назначения, да, я смотрела. И мне, если честно, вообще такая паранойя была после пункта назначения. То есть я все время думала, что на меня тоже где-нибудь что-нибудь бахнется, и все. Пипец. Посмотри. Вот, то есть у меня так паника была. Почему чувак справа похож на Флоки? Спрашивают. Точку, ребята. Я буду его как раз спросил. Нет, я на удивление, но я не смотрела. Это прошло как мимо меня. Я недавно посмотрела, точнее, вчера этот фильм. Ну, это не ужастик, а как он там? Никто. Прикольный. Ничего, но... На один раз. Но прикольный. Прикольный боевичок такой. Интересный. А, смотрела. Ты как комедия? Ну, так. 50-50. По настроению. А, реально. Посоветую посмотреть такую комедию «Окей, Лекси». В этом фильме ты поржешь. Окей, Лекси. Я просто редко комедии смотрю, очень. О, там этот мальчик играет. С чего вы общаетесь? Это мой модератор. Бабадук, проклятие монахини. Я это все смотрела.
Бойцовский клуб тоже смотрела. Я много чего смотрю. Я могу... Блин, как же сейчас? Ну что, не То есть ты у нас больше любишь ужастики? Ну да. Колыбель кошмаров. Сейчас, секундочку. Старый фильмец. Я не могу вспомнить свой кинопоиск, как я там записана. Можно посмотреть, что я смотрела на моем кинопоиске. Я все отмечаю. Я многие названия просто забываю, потому что я реально, у меня очень много всего проходит. А некоторые фильмы так плохо запоминаются ввиду того, что, допустим, не понравились. Я даже название не помню. «Окулус». Смотрела я «Окулус». По-честному, этот «Гримк». Хорошо, не смотри, придешь потом. Выжить. Не знаю. Walking Dead. О, обожаю Walking Dead. Я ревела, как белуга. Странно, только что-то у меня брови-то вроде вот сюда идут, да? Ребят, у тебя они вообще как-то под этой. Из комикса получается такой чертик, на самом деле. Прикольно. А теперь, знаешь, продолжи под глазами, как у меня, у несомненно, демона. Две полоски нарисую ему. Поезд Пусан смотрела. Пандора вот, Бокс, вот Seven Days. Подожди. Там, как неусомненно, где 28, ой, 28 дней спустя, 28 недель спустя смотрела еще. Да. Вообще, зомби-тема нравится, «Ходячих мертвецов» еще смотрела, сериальчик прикольный. А «Зомбилэнд»? Страшны не сколько зомби, сколько люди. Подобная ситуация. «Зомбилэнд»? А? «Зомбилэнд»? Да, смотрела. Выжить после. Ну-ка, выжить после. А, кстати... А, нет, это «Игра на выживание». У меня просто в закладочках тут открыт фильм «Игра на выживание». Так. Выжить после. Это сериал. Восставший из ада. Две полоски имеешь в виду на щеки, да? Вот это да. Вот. Да. Щеки побриди. «Дрожь земли», помню этот «Поворот не дрожь туда». Земли, да. Только старые шаг. Версии, только старые именно части, они классные. Помню еще «Спуск», такой противненький фильм. О-о-о, их два фильма «Спуска». «Зомбиленд», да? Это что такое? А ты любишь смотреть «Пилу»? Поворот да, обожаю. Оль, «Поворот не туда», «У холмов есть глаза». Я говорила. «У холмов есть глаза». У Ленина тоже. Надо сходить на новую «Пилу». Хочешь поржать, Оль? Я ни одной части «Пилы» не смотрел. Аналогично. Обожаю «Пилу». Меня не замечают, почему. «Джиперс Криперс». «Джиперс Криперс, ты откуда выполз?» «Watch the treasure early of the dead march». Армия в этот марш. Армия. А, кстати, а тебе надолго хватает? Вот ты покупаешь баночку, а тебе намного хватает? Да, надолго. Как ты делаешь шурашки в рюк? 16 числа будет мастер-класс в прямом эфире в 5 часов вечера по рожкам. Можешь купить воздушный пластилин, будем вместе любить рожки. Я не знаю, что из этого получится, мы с Мэйкой будем делать совместный вот такой стрим. Она будет лепить, я учить. И соответственно, ребята, кто хочет посмотреть, будете покупайте пластилинчик и тоже делайте, учитесь. Ребят, я «Пилу» смотрела, кроме вот последней части, которая только что вышла. У меня просто нет времени на кино сейчас. Comes out a new film Saw. I want to see new film Saw. Very, very want. But I don't have time for this. Meow. «Земля вампиров. Туман». Что-то незнакомое, честно. Ты этого персонажа в аниме видел? Какого? Тёму?
Забыл, как аниме называется. Я не по аниме. У меня персонаж из просто все, что было в голове, то и бахнул на лицо. Кладбище домашних животных, да, и мне больше нравится старая часть. Мяу. А как ты, кстати, относишься к мультикам Тима Бертона? Хорошо. Все, хороший ответ, да? Хорошо. Все. Да, оценка, отлично. Отлично, реально, отлично тоже. Смотрю аниме. А фантастику, фэнтези? Вот с этим сложнее. Ну, спасибо. Ладно, скажи, что из фантастики и из фэнтези? Я не знаю, надо думать. У меня, говорю, в голове просто кладезь всего, что я пересмотрела. Аниме favorite in Frank's world. I Оля, don't like. Алло. Я же говорю, что я косоглазый. У тебя реально рога сюда, эти сюда. Демон после встречи с Камазом. Спасибо за сердечки. Спасибо за... Кстати, за ту-ту-ту-ту-ту. Я же не поблагодарила за фанфары эти. Смерть роботы. Кстати, да, так и не посмотрел. Да, любовь, смерть, роботы, черное зеркало. Зеркала. Характер. Спасибо за розочку. Ау. Из, я не вижу, что ты пишешь. Из джастиков. Старая лощина. Ой, сонная лощина, да. Старая. Еще это. Я помню, что вы делали прошлым летом из старого. Да-да-да. Сонная лощина вообще топ. Можно отдельно это вынести. Ну и рожа у тебя, Шарапов. На вас Сталина не хватает. Зачем он? Ленин есть, зачем Сталин? Ты можешь пойти и выкопать, если тебе он так нужен. Да он в Белоруссии же наш Сталин. А? Ой, Римочка, иди-ка ты в жопу. Добро, ласково, любя. Да какая в жизни обычная? Тихое место, да. И Рима отправилась туда. У него рога вровень. У него рога вровень. У него по лбу рожки. У меня что-то это, рога подбухнули и пошли куда-то в бок. И глаза пошли куда-то в бок. Пока, пока, кто уходит. Спасибо, что заглянули. Спасибо большое. Да вообще куда-то косой. Спасибо большое. Сейчас мы будем тебе крестики на нос рисовать, еще веселее будет. Че нарисовать? Крестики на нос. Я посмотрю, что будет. Я луну напоследок оставляю. У меня же там еще на лбу луна. На лбу, да-да-да. А, не, ну крестики вроде посередине должны быть ровные, ладно. С точечками. Ну давай, шкип. Yes, I like anime too, but really, horrors I like more. More. Покажи. Да-да-да, покажи мне любовь. Джуз его рогов. Ну, понимаете, что есть, то есть. Какой грим можем делать, такое делаем. Где рога? Здесь я тоже хочу. 16 числа мы будем здесь в прямом эфире вместе с Мэйкой делать рожки из воздушного пластилина. Какой воздушный пластилин нужно взять, можно посмотреть в группе ВКонтакте. У меня ссылка вот в шапке профиля в ТикТок. Там можно перейти на группу ВКонтакте, там открытый альбом. Можете не подписываться на группу, а просто в альбоме посмотреть, какие там, какой пластилин использовать. Покажи мне любовь-то. Кстати, Оля, жди тебе еще завтра маленький сюрпризик. Хорошо. Маленький. Будем, короче, на связи с тобой в обед. Если я буду просто никакущий, то перенесем. Ты когда, ну, послезавтра уезжаешь или когда? Нет, я позже уезжаю. Вот, ну просто, если что, просто на день перенесем. Мне кажется, я просто завтра буду очень уставшая. Лучше на день перенесем. Зато я послезавтра работаю. А Пашка послезавтра работает и работает до 9. И приехать тогда могу только я один. Ну, блин. Ну, я посмотрю, я очень постараюсь. Ну, даже ты криво рисовал. Не, слушайте, нормально. Ну, если серьезно, нормально. Нормально. Ну, правда, нормально. Да. Ну, скажите, нормально.
Луну теперь бахай. Луну, да? Не проще использовать настоящие козлиные рога. Ну, реально хватает. Если... А эти воздушные рычаги. Ты работаешь, да, я работаю. Сейчас стало много работы. You're cute. Thank you so much. And sorry for my bad English. And if you can speak Russian, I kill you. I promise I kill you. Как дела? Нормально. Я наслаждаюсь тем, что происходит вот там, в соседней комнате, хотел сказать. Он, кстати, комменты не читает. Если Тёма сейчас что-то не читает, как бы ты видишь, что у него только ухо в камеру смотрит. Он не может ухом писать. Но он чем-то на викинга похож, поэтому он и будет контент по викингу делать, потому что демон из него мы увидим. Вот как раз кто писал по поводу Флоки. Бедный Тёма. Так, бедный Тёма, у Тёмы. Привет, привет. Я вот тебя запомнила. Попила. Вообще, Оль, я в воскресенье следующее. Потому что я же писал по поводу 19-20 больница. Слышь, не грим? Ну да, да, я помню. Вот просто, просто чтобы знать. Ну, у меня сейчас все из головы вылетает, очень много дел. А нет, я тебе ничего страшного, я говорю, из-за этого мне, я когда как раз вот прямо на днях мне сам врач звонил, типа, ты что, ты где? Я говорю, в Москве. Говорит, тебе, мне нужно, типа, появиться в понедельник будет, только не в этот, а в следующий. А, бомбарашкой, ну, может быть, он вернется, вчерашний грим, но я не думала, что он кому-то понравился, я думала, как-то он не зашел людям, мне показалось. Потому что это грим был, который отображал мое вчерашнее настроение, а такое, как правило, людям не нравится, потому что у меня было плохое настроение, и я отобразила вот все это на лице. А, ну, как правило, вот такое очень сильно передается. С каким настроем подходишь, там, не знаю, к любой картине, к чему угодно, вот, то как бы отображается в том, что ты делаешь. И, видимо, у Паши очень веселое настроение, с учетом того, что на лице у Тёмы. Серго, ты у нас где? Если он у тебя там сейчас сидит, я тебе потом... Вот если я тебя увижу вживую, я тебе сам это нарисую на лбу. Знаешь, что он там попросил нарисовать? Завтра эфира побольше, не будет. Покрасивше. Это просто так совпало, что я вот 3 дня подряд делаю эфиры. Потому что я обещала давно Илье, я обещала давно Тёме, а вчера, ну, как бы каждую субботу у меня так-то эфир в 20:00. То есть других дней нет эфиров пока что. Привет, милая, приветик. Как вот эту штуку отключить, Оля? А, на бильдах. Вот эту фигню с лицом? Нажми на вот такую волшебную палочку «Улучшить». О, минутка веселья, funny time. Смотрите, вот я вот эту фигню отключаю, потому что... Раз, два. Инопланешленец. Фильтры не... И чё, и... А, вот, лицо... А как ее отключить? А двигай. Кстати, прикольно, забавно. Как выглядит. Но мне не надо. Какое имя у этого образа нет? Подарочки тебе приходят с деньгами или просто цветочки? А подарочки – это деньги. Вообще это... все подарочки, которые вы дарите, это деньги. Но TikTok с ваших подарков забирает 60% себе. Кстати, на удивление... Сегодня народ что-то это. Наш Сашка зашел и пишет: Оль, на тебе лица нет. У меня оно есть. Вот он. О, нас пишут, нас любят. Приятно слышать. I listen everything. Вот реально. Ой, really. Everything. Иван, спасибо. Привет, ребята. Вообще, мы наблюдаем. Продолжив чат. Тогда будем делать рожки во сколько? Ребят, 16 числа в 17:00 по Москве мы будем делать рожки в прямом эфире. Вместе с Нейкой, причем. Зайдите в ВК, в группу, несомненно, в сообществе. И там есть пост, где, когда и что. Я, кстати, тут было ругался в чатке сладких булочек, потому что задавали многие вопросы. Такие, которые вся информация есть в сообществе.
И тут было связано вот с тобой как раз. 16 июня, не помню. Ребят. Блин. Гоу сальтуху от демона. Не буду сальтуху от демона. How are you? How are you? I'm fine, thanks. How are you? Кстати, вот как раз-таки ты выполняй обещание, Клаус. Мы наблюдаем косплей. А, понял. Понял. Это мое. Что твое? Что твое? Про сальтуху? Ты что мне написал про сальтуху? Кусь-кусь. Мне написали про сальтуху. А, Илюша к тебе зашел? СТС тебе написал. СТС? Сейчас скажу, кто это. Лоликон. Не. А я думала, Илюша зашел. Алхимик, привет! Так, хаюшки. Вот. Прям чат хоть оживился, я смотрю. Ну, все благодаря Оле, конечно. Спасибо, Робин. А вот нет, благодаря гриму, видишь? Ты, несомненно, демон. Это привлекает чатик. Спасибо, Алхимик, спасибо тебе за розочки. Я только с работы пришел. Отдыхай, а то опять заснешь на эфире, Илья. В красном образе намного милее. У меня разные образы. У меня постоянно разные образы, ребят. Все, кто пришел только из-за разного образа, прошу прощения, но у меня образы меняются. То есть красный образ не факт, что вернется. А, ты вот. Ой. Про красную помидорку, которая... Ой, помидорка попал. Чмири. Да, солнышко, ты, прости, но попал на темную сторону ТикТока, точнее, на сторону ТикТока, где косплей, грим и все такое. Да, ждите. Будем пробовать, будем дальше улучшать. How to throw off money without interest. Вот пока Пашка будет работать, я думаю, может, буду сам тоже что-нибудь пробовать красить себя. Would you like to go to USA? Yes. Спасибо за поддерживаю. Что с твоим микрофоном? Ребят, меня плохо слышно? Так, а за слово шайтан мне не нравится. Я бань. Мне не нравится слово шайтан. Шайтан — это у вас там. Шайтан и так далее. С ними сами разбирайтесь. Мне не нравится слово шайтан. Каждый образ класс. Спасибо большое. Ну, многим не нравится. Многим нравится там. Каждому да, я вижу. Да, я тут. Я тут, ребята. То есть у меня чат, это вижу я. И, соответственно, кто Оля видит Оля. Иисус от тебя далеко ушел? Это мы не закончили. Мы не закончили. Берешь грим. И кисточкой лайтовенько обводишь все его усы, бородки, вот это все. То есть делаешь темное вот это все, что у него растет там на лице. То есть вот это все надо темным сделать? Ну, не прям все, ну хотя бы по контуру. Вот эту, вот этот пух вот у тебя есть. Под губой, пух под губой, над губой, вот это все. Так где волосы заказала себе клыки? Где заказала себе клыки? Я клыки сделала сама из полиморфоса. Волосы или кожу красить, я не понял. А, ну, просто красить, ну, по волосам, по коже, как пойдет. Просто, ну, цвет поменять чуть-чуть, чтобы темнее выглядело. Побрутальней. Нужно изгнать. Слева Люцифер, справа ХЗ. Может, губкой? Ты знаешь, я лайкаю твои видео, спасибо. Я что-то пропустила. Что-то пропустила. И обработать. Что обработать? Сделать скрины, обработать? Я представляю, что получится. Отдыхай, Илюс, серьезно, отдыхай. Кину они лапки. Не красят нифига. Так, ребят, у нас не будет вот, каждый день совместного эфира. Я акулку не кидала. Ну, пробуй губки. Мы, понимаешь, мы самостоятельные личности. Мы не сиамские близнецы. Алхимик, спасибо. Даже, Оль, ты хочешь как? Насколько, чтобы это было замазано? Просто обвести, чтобы это выглядело не рыжим пучком, а черным пучком. What's your name? My name is Olga. А, ты имеешь в виду где? И вот здесь? И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Все. Просто бороду Боже, сделать черной, а не короче рыжий. Говоря, вот эту вот часть, вот эту вот часть надо всю черную сделать. Так, а вот эти зуби белахи, бай-бай. Вот, я так понял, вот эту вот часть надо всю черную сделать. Нет, дырки вот эти не красить. Вот здесь бородку в центре.
А, Вот по вот, то бокам есть вот и так уши. красим и вот это вот черным красим. Просто, да, обведи бороду, чтобы она была Ольга. Yes, Ольга. Просто, чтобы она... Ну так, не жирненько, просто растушевывай, чтобы она была темнее. Просто, чтобы она была темнее. Я просто видишь, чем делаю. А, да, вижу. Так. Прошу прощения, но мразь это ты, раз незнакомых людей так называешь. Говна кусок, прости. Так, стоять. Кто там оскорбляет? М-м-м. А все, он в бане. Что непонятно, что бороду нужно покрасить. Ну, сейчас поймет. Сейчас покрасит. Просто я очень не люблю неадекватных, невоспитанных людей, которые просто незнакомых людей обзывают. То есть, ну ладно, я понимаю, может быть, этот человек гопник, но все равно фу. Это неприятно, это некрасиво. И это, скорее всего, Я взрослый полностью. мужчина, и фу таким быть. Бумбарашка, спасибо тебе. Да я Я блокирую полностью. таких. Я просто не понимаю, как может... Вот у меня просто в голове не складывается. Я таких встречаю, да, периодически, и в жизни, там, и в чатах. Но я не понимаю, как можно... Ну, как к самому не противно от себя. Просто мне было бы очень неприятно незнакомых людей, допустим, обзывать. Мне бы за себя было стыдно. Просто, что я такая, ну, таким быдлом выгляжу со стороны. Мне было бы неприятно. Привет, привет. Кстати, по этот Илюшку, который ты с кем эфир вела. Он зашел ко мне. Радико, покажи свое лицо без грима и рогов, а то отпишусь. Если ты будешь меня вот так вот байтить на что-то, лучше отписывайся. Мне рядом не нужны такие люди, правда. У меня лучше будет меньше подписчиков, но я буду уверена в них, а они будут уверены во мне. То есть мне не нужен вот такой байт, ребят. Лучше отписывайся, правда, нам дальше не по пути. Ребят, вообще, если вам настолько интересно, у Оли больше 1000 видео. Взяли, зашли, да посмотрели. У нее много разнообразных видео. Оля может Столько. ему... Прости, пожалуйста, может ему сбрить бороду? Я хочу ему подровнять бороду, если честно. Вот да, подровнять надо будет. Когда уже именно будет, уже все связано с викингом, будет все у меня сделано, потому что я нашел магазин, у нас ткани, которые именно недорого можно купить, даже кожу зам. Там же надо делать жилетку. Меня спросили, Вот. монетизирован ли ТикТок. Нет, ТикТок вообще у нас не монетизирован. Раньше платили деньги минимальные за просмотры, сейчас уже нет. То есть я вообще этот момент упустила. То есть единственное, что мы получаем здесь в ТикТоке, это донат Да. вот в виде подарочков здесь на эфирах, только на эфирах. И, собственно, но 60% с каждого вашего подарочка забирает ТикТок. Чтобы вам проще было понять, вы мне хотите подарить 1000 рублей, я получаю 400. Кусь-кусь. Ну, я, Кусь-кусь. кстати, у меня накопилось почти $20, Вау. 19,5. Поздравляю. Спасибо за духи большое. Спасибо, солнышко. Спасибо. Клаус, почему? Так, Саша, приятно я не видеть, что знаю, ты за здесь. что. Оль, ты такую раз ДРНИС 112 забанила За у что? себя. Не знаю, ты заблокировала. Пишет, Наверное. почему рогатый меня заблокировала. А что, смотря что писалось в чате. Я не помню, если честно. Я, Юр, я заметил. Блин. Я не, я сейчас уставшая, я не помню. А куда скинуть Она дешевле? тебе сейчас за. Если Ага. она сейчас тебе сейчас забанила, Припал. то это одно. Вот серьезно, ребят, я от всей души говорю, лучше вообще просто пару добрых слов напишите, не тратьте кучу своих денег просто на ТикТок. И тут Акела присылает сердечко. Спасибо большое. Вот, лучше не присылайте мне ничего, чем вот столько денег тратить никуда. Мне просто, если честно, жалко. Вот правда. А вообще, я говорю, вот, ребят, вот хотите сделать приятное, Оля? У Оли есть в шапке профиля карточка. Взяли да чуть-чуть доскинули. Если уж настолько. Так хотя бы деньги придут. Ты можешь отправить меньше, но ты потратишь меньше, а придет ей больше, чем ты будешь тратить на подарки. Ну, извини, это мое мнение. Я извиняюсь.
Hello, hi. Да меня смущаешь, зачем ты вообще про эту карточку в шапке? Кто-то зайдет, кто-то увидит, может быть, что-нибудь отправит. Я вообще не кричу про это. Ну, добавил и добавил. Я не то, что кричу, я просто констатировал факт. Спасибо, Робин. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Ты меня не видишь? Кусь-кусь. Кусь-кусь. Спасибо, Робин. А. Hello, darkness, my old friend. Опять ты со своими настроениями вот это вот. Пришел, Сашка. Кто там? Сейчас кто там? Светлый. Кто там все? Да наш, ну ты чё, Саталяшка, княже, Саталин. Сашечка. Акела, спасибо большое. А чё с тобой, я обычно видел с белым или красным лицом. Не, обычно у меня черное лицо или красное. А тут вот так. Да, блин, как трудно эти устройства. Зови его, пожалуйста. Кого позвать? Дедушка Мороз. Чё хотите? Пацан. У меня не светлые волосы. Мне не написал. Вот 112, который ты мне дописаться все пытаешься. Объясни, по какой причине тебя когда? Если это было сегодня. Ты тут. Оля, просит тебе передать. Ты милая. Кто? Спасибо. Владимир. Спасибо, короче, Владимир. Спасибо, Владимир. Оля у нас, да, самая. С какой целью я провожу стримы? Здесь, на самом деле, сейчас я общаюсь со своим модератором, я рассказываю, как ему сделать грим, получается крайне забавно, мне очень нравится этот экспириенс. А так я в прямом эфире показываю, как выглядят мои образы. То есть не только на видосах, где там вот мимика играю и прочее, с обработками, чтобы вы видели, как выглядит реально то, ребят, что я делаю в своем лице. Ребята, и вас с праздничком. Блин, есть, вот я не знаю, сейчас вот это вот, конечно, прям геморрой так геморрой. Я пытаюсь подкрасить хоть немного. Да, ну ты посмотри, что получается. Вот. А так, ребят, обычно у меня не так часто эфиры. Я каждую субботу выхожу, чтобы просто поболтать с подписчиками. Потому что у многих есть вопросы какие-то. Я могу дать какой-то совет. Многие, например, начинают что-то делать в ТикТоке, я с радостью делюсь какими-то там своими познаниями, каким-то опытом насчет тех же рожек, Оля, и прочее, прочее. Как я говорю, Оля, завтра, послезавтра жди, вопросов будет куча. Хорошо. Ну, как вот 16 числа у меня вот будет вот мастер-класс по рожкам, потому что многие не понимают, как лепить. Я хотя бы попробую в прямом эфире объяснить. Насчет грима того же, там, насчет фирмы грима, там, как что нарисовать, где купить линзы, вот, поэтому я провожу по субботам эфиры, чтобы как-то вот развеять вообще все-все вот это, чтобы не только сидеть болтать, потому что это люди, ну, надоедают, разумеется, хотя вопросы никогда не кончаются про тот же грим, про образы, про парики, я чуть попозже, когда у меня будет посвободнее со временем, буду на Твиче, будем там веселиться, угорать с вами. Уроки макияжа от несомняшки. Ну, так, вопрос. Вопрос. Как стать модератором? Оля модераторов сама выбирает. То есть не проситься стать модератором. Она уже сама. Нет. Уже нет. Передай Тёме, пусть зубной щеткой наносит. Зубной щеткой наноси. Тебе. А что, реально? Сашка... Думаешь, лучше будет зубной щеткой? Ну да, наш Сашка пишет. Он, ну, есть меня на это дело. А если не посоветует, то поджет. Только не свои, а если у тебя есть это отдельная зубная щетка, то потом будет обидно. Перекрась все в красный, так будет красивее. Спасибо, нет. Смотри, по поводу... Смотрите, есть видео в ТикТоке, есть в сообществе также видео, где Оля... Показываю, то есть, где она и что она заказывает, из чего она делает клыки, где она покупает тот же самый воздушный пластилин, то есть, и где она все это заказывает. То есть, все это можно найти либо в видео в ТикТоке, либо в ВК, в сообществе, несомненно. I'll give you my... Либо чтобы Олю не
замучивали кучу вопросов по поводу этих вещей, можете писать также мне, и я смогу, если что, скинуть эти как раз ссылочки. Кусь-кусь-кусь. Гопа-демон, да, это был гопа-демон. Прикольный гопа-демон. Так, сейчас я за щеткой. У меня просто есть заначки, щетка. Знаешь, Как там? Черный бумер, стоп-сигнальные огни. Черный бумер, черный бумер. У меня всегда в заначке их несколько, а Нытье. то могут посеять. Кусь-кусь. Аньк. О, знаешь счет. Ше. О, Санек ко мне заглянул. Круто с тобой так задякивает. Спасибо, что тебе не скучно с нами. У нас, вообще, О. всегда стараемся веселиться. Это уже рэпер. Рэпер? А, да, точно, это рэпер. А гопник это... Блин, я ничего Адидаса не... из Адидаса нет. Я не знаю, как гопники одеваются. У меня съемок даже нет. Алхимик, спасибо за сердечко. Кус-кус. Кус-кус. Всем привет. Привет. Привет, кто пришел. Спасибо за лайки. За то, что тапаете по экранчику. Спасибо большое вам. Я вижу ваши лайки. Спасибо. Продолжай усище. Вот так вот продолжай усище. У меня чатик завис. Вы тут живы вообще? Как делать стрим? Если у тебя есть 900 подписчиков, ты можешь начинать делать стримы. Меня и не заметил. Я тут, я тут. Как ему могу я не заметить? Я просто еще стараюсь. Борода заодно зачесалась. Две вещи в одном. А ты не знаешь, где Дэдпул? Я не знаю, где Дэдпул. Я за ним не слежу. Мы, конечно, общаемся, но я не слежу. Про какого именно? У нас в Дискорде, например, их три. Я так понимаю, что они про того, который со мной вот-вот, именно настоящий Илюха, тиктоковский Дэдпул, Илюха, которого Илюха, мы... которого приходил. Или другой. Ну, который у меня вот тут на эфире был. Я про этого. Ты крута, пока, спасибо. Я отходила ненадолго, но уже здесь. Мяу. Нет, с которым ты общалась. Ну, вот здесь, да, я понимаю, с которым я тут общалась. Вот я не знаю, где он. Я за ним не слежу. А что, он пропал куда-то? Я знаю, что у него там какие-то Он проблемы были. заходил, он заходил тут. Он ко мне заходил. Вот. Хай, привет, Лёшенька пришел. Сынуля пришел. Ну, не мой родной сынуля, но мой. А, несомненно, Питюк. Это тоже А, мат, нет, Том. Ты очешуел совсем, что ли? Ну, модератор еще называется. подожди, это считается мат? Да? От какого слова это слово, а? Вряд ли от слова вареник. Оля, тогда вопрос к тебе. Тогда надо ему менять ник. Леша пришел, несите вазелин. Да! Маты это плохо, да, маты это плохо. Оля, Вообще, он, тогда... несомненно, P13. Дюк. Пи. Спасибо за полумесяца, Пи. Кио. Люцифер, да, я смотрела Люцифер, мне нравится сериал Люцифер. Не, на самом Сашенька, деле, просто Макс, Леша конечно, спасибо. негодует, что только он пришел, и ты сразу про вазелин. Даю украды театру. До сих пор Зрителей я. мало, зато спокойно в чате. Да, мало. Ну, потому что совместные эфиры мало кто любит, ребят. Если это, конечно, не эфир с Мэйкой, потому что тогда чат разрывается говном. Ну, Чего-то в у прямом тебя тогда смысле. чат вообще за 500 человек вы заходило. Гы, гы. Я как-то к Мэйке заглянул, я смотрю, у нее что-то около 900 человек сидело. У меня глаза, опа. Сата может, все что Может, угодно. Леша угодно. ураком, Леша ураком любить. Простите.
Я ничего не говорила, вы ничего не слышали. Классно, что людей мало. Да, я хотя бы успеваю читать чат. Мне очень нравится. Доброй ночи, Акела. Доброй ночи. Надо встречать снегу, Что там, соля, ось, мазелину. Переходим или что? Или за... Фанкс. 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 Вот что такое фанкс. Это клыки. Я думаю, какие еще ему фанкс показать? Фанкс? Фанкс? Where is my fangs? What is it? Сейчас What скрипну. Is it? Хорошо. Спасибо. Оля, я не знаю, я тут мучаюсь. Ты посмотри, что стало. Нормально, нормально. Правда, на Распутина похож. Капец, только пришел. Ну, понимаешь, а твою попу знает весь ТикТок, по крайней мере, мой, Леш. Ахаха. Very funny. Yes, yes, yes. Нифига не понял. Да у меня просто спросили за клыки, а я не понимала, что значит слово фанкс. А у меня спросили, типа, покажи клыки. А я такая, что такое фанкс? Такая, думаю, фанкс? Нет, это другое слово. Там, думаю, а где у меня может быть фанкс? Простите, уходила, хотела подругу позвать. Ра-ра, Распутин. Так, кто тут на банк? Russian sexy love machine. Такое себе достижение. Ну, слушай, зато твою задницу знает ТикТок, по-моему, это отлично. Классно, что людей мало. Я согласна, спокойно здесь. Хорошо. Мне вот иногда этого очень не хватает. Так. Что ну, делаешь? По... Полиморфуса. Управление. Просто беру и делаю типа накладочек. Полиморфус кипяточком заливаю, он мягким становится. Леплю клыки. Все. Вот так и делаю. Хай, хай, хай. Всем привет, кто пришел. Надо как у меня... Ну, вот. Тихо сам с собой, левую рукой. Да-да-да. Нет, мне как у тебя не надо. Илюш, спасибо. И, а будем сидеть друг у друга. Я у тебя, ты у меня, и все. Никого нам больше это не нужно. Короче говоря, я тоже забанил. Я сталкера не дам оскорблять. Долго в эфире? 8 с лишним. Ну, мы, короче говоря, где-то 8:30. Алхимик, спасибо. Да, я где-то в плен пришла. А они давно. Так что постарайтесь. Я примерно в районе... Я-то сам не с 5 часов, Оль. Так что я где-то начал около 6. Ты уже только там, на меня ругался, да, просто. Да. Я просто писал... Я-то тебя достучаться, ну, чтоб написала бы просто о том, что ты там это... Там жди меня, и все. Если вы думаете, кому ко мне или как Оле, идите лучше как Оле, потому что я еще буду здесь долго, не переживайте. То есть я сегодня снимать не буду, я не хочу ничего снимать с этим образом, я просто хочу сидеть чилить. Он на меня ругался, то есть мы там неделю назад договорились, что сегодня будет эфир. Я говорю, ну, не знаю, 5-6 часов, пока не знаю, чем по времени вообще. И он такой, а что, 5-6 часов, ты типа где? То есть он мне не писал ничего, вообще ни слова. И я такая просто... Давай, скажи, какой плохой, да, какой я тут, значит... Ну, почти подготовил, я тут сижу с этого. С Днем Победы. У меня сейчас 10 вечера, так же, как и у Оля. Ну да, да, логично. Да, ребят, идите как Оля, кто хочет быть у нее, она, я думаю, раньше, чем я, закончит по-любому. Я надолго с вами. Оля, ну что, а теперь зубы почистить? Давай, будет черный рот. Извините, у нас салют. Я обосралась, простите. Так, здесь вот ты не надо, надеюсь. Ладно, не надо, пожалею тебя. Я просто представляю, как это я буду все смывать. Хотя, я так понял, это смывается достаточно легко. Да блин, натыкал 4К лайков, спасибо. Так. Ой, очень громко просто, а я, да, триггернутая чуть-чуть. Очень громко был, я испугалась. Так, я вот так вот сделаю чуть-чуть. Да, вы слышите, как у меня бахает? Поэтому мне немножечко это... А вот у нас, кстати, не слышно. Кто маргинал? Это ты про себя? Что ты к нам пришел?
Клаус, где обещанное? Где обещанное? Я ж тебе в Дискорде достал. Акуленок, тыры-ры-ры-ры, акуленок. Я детей не хочу, 8 лет строгача. Акуленок, шашлыка. Оля, не ссы, не ссы. Акуленок, тыры-ры-ры-ры, акуленок. А мне ничего не прислал, если шашлыка столько сделал. Где музыка? Ты обещала. Да будет музыка. Я вот сейчас в 30 минуточек попрощаюсь с Тёмой, отдохну и в 23 часа к вам вернусь, будем музыку слушать. Полчасика еще. Полчасика есть, это хорошо. Да, потом Тёма будет дальше всех развлекать. Тогда может, блин. И, по-моему, кто-то с тобой хотел еще совместочку сегодня. А, сегодня совместочку хотел? По-моему, да. Мне показалось, что сегодня. Или вообще? Если нет, вообще... Я думала сегодня, я думала сегодня. Что сейчас будете делать? Это знаешь, кто хотел совместку? Лука? Он мне просто в ВК в личку написал. Вот. А так, я просто говорю, я примчалась, я быстро сделала гринки, я не ела, я очень хочу перекусить, поэтому в 30 минут я пойду перекушу и вернусь к вам к 11 часам. О, кстати, мы тоже перекусим, и, наверное, к тебе я потом залечу, посмотрю это. Угу. Проконтролирую. Ребят. Несомненно, да, это я. А что меня упоминать? Я тут. Что такое, Анастасия? А, так, давай, дружище, спокойной ночи. Рад, что заглянул. Клаус, а ты от темы не отходи. Приятного аппетита, приятного аппетита. Спасибо, но я еще полчаса тут сижу. Рано. Мне тут ребята спрашивали, задавали такие вопросы, типа, как давно ты знаешь Олю? Для тех, кто не знает, мы с Олей начали общаться еще до ВК. Тогда у тебя еще не было ВК. Не было ни ВК, ни Дискорда. Ты их в январе начала. Создала. Сейчас, подожди. В смысле тот самый единорог? Если что, я не Мэйка, а это не Леша. Я точно не Леша, я Тёма. Я не поняла вопроса просто. Приятного аппетита на будущее. Спасибо. Спасибо, ребят. Грим реально как у Оли, кроме рок. Да потому что я говорила, что надо делать, а Иисус рисовал. Вы в своей группе друг с другом общаетесь, да? Они вообще-то модераторы. Да-да-да. Я пока не захожу, правда, в Дискорд, так я и в Дискорде бываю, ну просто сейчас не до Дискорда. А так, ну, в чатике, в общем, побываю. Курочки, привет. О, от курочки тоже привет. Что ты уронила? Как обычно. Оля в Дискорде Оля будет, как у нее получится, то есть будет возможность заглянуть. Раньше Оля прям заходила достаточно часто в Дискорд, то есть голосовые чаты, и частенько с нами проводила время, там по 3-4 часа умудрялась сидеть, не замечая. Но мы не в группе гримеров, мы просто все общаемся. Чикенс? Оля, вспомни сломанный телефон. А. Какой дикий ржач ты там устраивала? Да потому что, блин, играю в сломанный телефон, все равно к пиписькам сводится, ну блин. Не надо, не только. К Иисусу, например. Сколько там Иисуса, бегущий за КамАЗом. Но все равно Иисус был с пиписькой. Да кто только что не в этот. Алхимик, спасибо большое. Рисовал. Кину рецепт шашлыка. Я его выложу у себя в группе тогда. Ты мне еще должен рецепт пиццы, Илья, потому что у меня подписчики просили рецепт твоей пиццы, которую ты тогда на эфире говорил. Рецепт пиццы? Я не был... Да, вот Илюша рассказывал про рецепт пиццы, когда вот мы с ним эфирили. Ты еще пропустил, даже не заглянул, по-моему, тогда, или заглянул ненадолго. Я может, не в то время стоять. Так я долго-то просидел с вами. Да, господи, ну хватит бабахать. Оля работает в книжном издательстве. Кем? В
Оля никому не говорит. Так что не надо, ребята, не пишите по этому вопросу. А сломанный телефон, есть такая игрушка в интернете. Онлайн, да. И мы все сидели, вместе играли. Да, мы сидели там, человек то 12, то 15, то 8. Чем больше народу, тем веселее. Тем больше рисунков. Это смесь сломанного телефона и крокодила, на самом деле. Завтра в лом лице вспоминать. Или ленивая задница ты, Илья? Илюха, я тебя достану по поводу этой пиццы. Вот-вот, неси ответственность. То есть ты поделился со всеми пиццей, а всем теперь нужен рецепт. Ты такой, не хочу, не буду, я какашка. Конечно, сыграем. То есть, понимаем, в Дискорде, ребят, заходим в Дискорд и там общаемся. У меня будет, вот, например, Пашка будет на работе. Если я никуда не поеду, то... И... Теперь мне тоже хочется начать нарисовать. И... У меня тут пусто. Не лучший грим. Просто вы не привыкли к белому гриму. Что салют долго бахает. А он всегда так... Он всегда у нас так долго. Он минут, по-моему, 10-15. Ну, периодически. Кушать тоже что-то захотели. Грим самый лучший. Спасибо большое. Даже если я делаю быстрый грим, я все равно очень стараюсь. Потому что это я просто придумала эту фигню с нуля, которая у меня на лице. Я привык к тебе другой. Да, вот. Но надо научиться выходить из зоны комфорта. Надо учиться принимать, ну, что-то новое. А то так в жизни что-нибудь бахнет, а ты не будешь готов к изменениям. Это очень важный фактор, которому нужно учиться. С праздником всех, кто тут. С праздником, реально, ребят. Ребят, реально. С праздником. Прикинь, или это горячая вода. Я же дома привык, что у нас котел. У нас нету этих труб горячей воды. Ого. Но у нас котел газовый. Кошмар. Бедные машины орут просто на улице. Так, ничего надо будет. Кстати, Сережка опять же хочет тоже еще после. Мы с ним уже встретились, постояли, чуть поугарали возле Макдака. Перекусили. Стоим, угораем. Ну так на время. А я считаю, тоже праздничные дни. А он тем более еще на мотоцикле. Но да, любитель поездить. Мы успели только одно видео, потому что недолго. Мы по факту что, час-полтора всего-навсего тоже поболтали. Он хочет, короче говоря, тоже выбрать день на неделю, чтобы именно весь день протусоваться. Я говорю, Серега, такой угарный чувак. Ну ты же, ну если ты смотрел его видюшки-то. Ну да, по-моему, но не уверена. Блин, ну, из-за тебя люди захотели в маг. Ребята, не поверите, да. Я сам хочу убирать. Вот, кстати, согласна. Для собак и кошек салют огромный стресс, но я своих собак приучила, что бояться нечего, убегать не надо. То есть, если, ну, иногда бывает очень громкий салют, если что, собака сразу идет ко мне. Ну, а сейчас они никого даже нет, то есть все. Они... Здорово, привык... здорово. Тут Клаус матерится. Ну, как матерится? Ужас какой. Оля, покажи собачек. Нет, ну они так... сейчас спят и отдыхают. И пусть лучше отдыхают, потому что реально тревожная ситуация сейчас происходит. Хуже всего зимой. А зимой что? Ты пропал? Кто пропал? У меня длинные волосы красного цвета. Стоит ли бороду тоже покрасить? Я тебе советую скинуть мне ВКонтакте фотографию свою, я тебе точно скажу. Но если у тебя темная борода, то, в принципе, это может быть нормально. Я не пою. Так, мне что-то пишет Настя. Ты меня на стриме даже не узнал. Так, а какой твой ник? Настя, короче, создала новый аккаунт. Какая Настя? Шедарочка наша, Шедаранка. А, Шедарочка. Я ее постоянно Шредер.
Почему? Шреддер? Да. А, я должна была разглядеть твое лицо вот там. Сейчас, ну-ка. Не узнала. Да, я понял, Клаус, о том, что ты не так именно. Нет, это еще не викинг. Ура. И викинг будет позже, ребят. Викинг будет, когда ко мне придут посылочки от Юры. Так, вот. Ребята, кто знает, что значит это о зубе белях, вот это вот слово? А то, может, зря я людей баню. Вот это не наше. В Москве относится к крашеным пацанам. Я просто не знаю. Может, это что-то плохое или хорошее. Я просто в силу того, что не знаю, ни разу перевод не писался. Я сейчас на Флоки похож. Не, ребят, на Флоки сейчас ты не похож. Не, сейчас ты, несомненно, Диана похож. У нас сейчас это, несомненно, несомненно, демоняшки. Сериал «Викинги», да, да, да. О, о, о. Первые подарочки. Первые подарочки. Привет. Лерочка, привет, привет. Ну, понятно, в общем. Я, в принципе, поняла, что это значит. Поэтому ладно, будут банить дальше. Короче, что-то плохое, да? Лор Перса этого где? А, я говорила, что не у всех персонажей есть лор. Нет, неплохое просто. Ну, типа... Нет, насчет бороды и этого. То есть, Оль, правильно, мне же надо будет немножко подстричься. Я это просто отращиваю, как бы, чтобы этот, если что, просто подстричься. Угу. По факту. У него же там шевелюра-то небольшая. Ребят, давайте смешную историю я расскажу, когда мы вот без Тёмы уже останемся. Вот к 11 я к вам подключусь, может, пораньше. Когда есть смешные истории, что захотите, там буду вам рассказывать. Сейчас пока мы вместе. Как так? Вот, нет. Нет. Еще и сюда, у него же там... Ну, ты смотрела самого персонажа-то, помнишь? Ну да-да-да-да. У него же все-таки здесь... Это вот я не знаю, это сюда надо что-то еще будет присобачить? Давайте просто парик купим. Ой, спасибо. Спасибо тебе, Лерочка, за подарочки. Обнимашки. Мне страшно, не бойся. Ну, просто у меня почти каждый эфир новые образы. Вы многие знали, видели. Поэтому, но не все персонажи сохраняются и остаются. Вот, про кота, например, я только на прошлом эфире придумала какой-то мини-лор. Максимальное количество зрителей 600 человек где-то. Оля пишет, что значит без Тёмы? Тёма должен быть везде. Не надо мне Тёму везде. А как найти ссылку на тебя? А у меня в шапке этого профиля ссылка на топлинк. И там ссылки куда угодно. Я не знаю, куда тебе на меня нужна ссылка. Оля, можно ссылку опять же везде найти. Я помню. Я хотела поменять... Сейчас. Рассказывай пока я... что-нибудь. Что-то... Вижу. Вот что за странная штука? Вот видишь себя... Вот не видишь себя, много чего хочется спросить. Видишь себя, все, сразу все куда-то пропадает. Почему? А вот кто знает. Какой у меня... А, вспомнила. А не вспомнила. Я забыла свой Инстаграм. Мне стыдно, да я ладно. Забыла свой Инстаграм. Клаус, спасибо. Ты тут прямо кипиш мне наводишь. Так. Я забыла опять кое-что сделать. Вопрос такой. А, кстати, спасибо за мишку. Это... Зеро, спасибо. Зеро Богомоль. Спасибо, я пропустила. Я просто отвернулась. Прости, пожалуйста.
Как ты относишься к чаю с травами? Кстати, во. Нормально. Я люблю ромашку пить, кстати. Очень. Нет, а вот, ну, Просто чисто. чай именно вот эти, чай на травах, который, точнее, как правильно сказать, да Я юкрный пью, но театр. я говорю, я и так же люблю просто ромашку пить. Спасибо за плюс один, за поддерживаю. Спасибо тебе большое. Спасибо за совет. Ромашковое варенье. Я люблю больше из одуванчиков. А где И делала Иисус, сама. бедный, он после вот этого всего страха сбежал в комнату. Да он, наверное, там с Алиной болтает. Готово. Ребят, теперь в топлинке ссылка на Инстаграм работает. Я починила только что. Простите, я все время забывала. Почему я не вижу трансляцию? Перезайди или зайди с компа. Да. Так что там? Так. Оля Дарвича пропадет, а то Оля Дарвича сейчас. Что-то я пропустила тут. Да. Что-то пропустила. Да. Что, Юр? Я тут. Меня просто тут это половину называют по Дискорду, кто меня знает. А. Я же там граф. Как удалить подписчиков? Заходишь на страницу каждому подписчику и удаляешь его. То есть ты любого человека, подписанного на тебя, удалить. Кто тапает по экранчику, они отображаются. То есть эти смайлики, они видны. Там смайлики, классики, там и тому подобное. То есть, когда тапаете. У тебя видны, а у меня видно только, что это, ну, в чате пишется, типа, лайкнула ведущего. Нет, тут сбоку. Но у меня нет. Иисус ушел молиться из-за того, что увидел свое творение. Я сегодня не без макияжа, я сегодня с необычным макияжем. Что-то происходит. Иисус делал макияж теме. Ты не то что смайлики отправил, ты просто лайки ставишь. Они не у всех, кстати, могут отображаться. И здесь, да, как Оль говорила, то, что они отображаются в письме, ну, там, типа, такой-то пролайкал эфир. Кстати, насчет этого грима мнения разделились. Кто-то прям очень не взлюбил его, а кто-то говорит, что классно, необычно, там, непривычно. То есть Вот всегда что-то это то же новое, необычное. самое, так же, как и с зеленым гримом Ну кислотным. да. Все что-то, что от канона отходит хоть как-то, но все привыкли к темным образом. Ну тогда. Потому что вот, Понимаете? например, Гальке ей прям зашло. Кстати, Галька удивилась. Она не Знаешь, читает чему? смс. А ты знаешь мой номер? Смс я читаю. Спасибо за подписочки, ребята. Спасибо за подписочки. Я читаю чат. Я в 11 часов к вам подключусь, может, пораньше. И мы будем сидеть болтать. Просто я сейчас с Тёмой болтаю. Галька была в шоке о том, то, что она такая раз смотрит в телефон. Подожди, говорит, это Оля, я говорю, это Оля. По поводу того, что заявки в друзья. Да ладно, говорит, а зачем? Я говорю, я не знаю, спроси. Но мы же общались с ней. Ты про контакт? Да, ВКонтакте. Но мы же общаемся как бы в Дискорде в том же. Что Но за она цифры у сейчас тебя на видео? маловато сейчас в Дискорде, это из-за Толика, скажу так. Спасибо, Серж, большое. А цифры — это фильтр. Мне просто понравилось, как фильтр этот выглядит, но, к сожалению, у этого фильтра есть эти циферки. А этот грим очень подчеркивает этот фильтр. Помнишь тот шип-шип-шип? А, мужик справа сделал нору грим. Слушай, ребята не делают постоянно грим. Они делали первый раз подобный грим. Что смогли, то и сделали. И для первого раза это нормально. Поверь мне, я видела многое. Я видела некоторое говно. Вот, спасибо за, как правильно, отлично подарочки называть. Спасибо за подарочки. Спасибо большое, как и Сири КС.
Это Серж. Серж КС, Серж КС. И Зеро, спасибо за спасибо. подписку. Спасибо за Мишку. Зеро, спасибо большое. Помнишь тот шип, связанный с Галькой и с Димкой? Из-за Понятно. этого ты же знаешь. Гати спасибо мужчина за не в Мишку. восторге. Спасибо за... Зеро... Зеро... Зеро. Короче, Зеро. Зеро. Просто да, Зеро. Да. Он тот самый Зеро, который тебе Мишку прислал. Спасибо большое. Спасибо, Грек. Спасибо большое. Спасибо за поддержку Тёмы отдельное. Вообще огромное спасибо, ребятки. Спасибо, Зеро и Серж. Спасибо, что подписывайтесь. Спасибо за то, что... У нас же тут есть такой... Спасибо. Это как он-то правильно? Панда? Панду, да. Спасибо за панду, Серж. Есть теперь... Мне теперь надо набрать 5000 подписчиков к приезду Ульмана. Оля, я так и в игры играть перестану. Раньше каждый вечер в компе сидела, теперь у тебя на стримах. Ничего, ты можешь всю неделю играть в игры, потому что я только по субботам на самом деле стримы запускаю. Просто сейчас какой-то был... Возвращение Оли в ТикТок, короче. У меня же долго не было. Слушайте, ребят, кстати, Оль, если завтра не получится, блин, завтра, если не получится, тогда с одной идеей обломаемся. Просто завтра у Толика, это мужа Галя, день рождения. О, круто. Спасибо, Серж. Вот, и я думал-то что, мы если приедем, то есть мы и позвоним. Я по видеочату можно было созвониться с Галькой и Толика поздравить, как бы вместе. Да, можно. Спасибо, Алхимик. Вот. Если, то есть, короче говоря, все равно завтра будем исходить по ситуации. Как ты там будешь себе, как по самочувствию и там подобное. То есть ты мне днем напишешь. Только не забудь. Очень много завтра дел. Мне надо встретиться еще с родителями. Вот, мне нужно проверить кошку, которая, вот, ну, может, ты видел, слышал, вот у папы там на работе. Мне нужно ее проверить, посмотреть вообще ее состояние, сводить к ветеринару. Потому что, скорее всего, ну, никто ее не хочет брать, и, наверное, я себе заберу, ну, что еще поделать. Потому что очень хорошая домашняя кошка. Мне жалко, и папе может прилететь, что он как бы на работе держит кошку. Там, в принципе, нельзя. Вот. Очень много дел. Я в дождик прошлась в магазин и приболела. То есть, неважно, себя чувствую немножко еще при этом. Проактив, ну, спасибо. Ты давай там это... Витаминчики хоть или чего-нибудь. Да, витаминчики есть, да. Алхимик, спасибо большое. Напишешь этот, потом в личку. Я тебе напишу, когда чего там в Дискорд, если что. Если завтра Коля не поедем, то я раньше зайду в Дискорд. Я могу и днем в Дискорд зайти. Не пишите, я же заползаю, когда мне пишут. Если не могу, то пишу не могу. Илюш, я посмотрю, что ты скинул попозже, ну, когда перерыв будет. Порычи. Сегодня буду мало рычать, у меня голод чуть болит, ребят. Я так понимаю, Серж, спасибо. Я так понимаю, те, кто меня сегодня просит порычать, они пришли именно с этого видео, типа, как рычит демоненок, вот это. Которое я недавно выложила. Видел, Тём, сегодня? Нет, подожди, насчет рычания нет. Нет, еще. Сегодня видос выложила. Там типа, как рычит демоненок? Спасибо. Ребят, кстати, да, если кто захочет, я как бы дальше эфир могу вести, после того, как разойдемся, и могу музыкальный эфир вести. Is that a roar? Yes, this если is a roar. Roar. Короче говоря, завтра, да, скажу, это, объяснишь, как это делать. Я просто что-то пытался, мне до меня бывает туго доходит. Научу. Научу. Научим. Не умеешь, научим. Не захочешь заставить. Спасибо за микрофон. Спасибо за микрофон. Я видел видео, как рычит демоненок. И как тебе? Я старалась. Все, попроси. Он, короче, Илюха скинул тебе рецепт. Тебе скинул. И ты мне перекинешь рецепт пиццы.
Вам что, нравится жить одержимыми бесами? Научись, пожалуйста, нормально писать. Слушай, и если ты так думаешь, давай я тебе помогу чуть-чуть. Вот так вот, блок. Нет, помоги, пожалуйста. А, помоги, пожалуйста, с чем помочь? Кто там что хочет помочь? Ребят, это просто образ. Это просто грим, это макияж, это косметика. Аквагрим. Как просто я говорила, аквагрим. Есть ваш любимый Марвел. Там всякие супергерои, Халки и так далее. Это тот же грим. Ну и спецэффекты. Просто пицца. Ну, вкусная. Что, 5 минуточек и расходимся, я да. Так понял. Без грима есть профиль. 5 минут. Это долго или мало. Все, Тёму понесло не туда. Халк, ты реален, да. У меня сосед тот еще Халк, когда напьется. Я вот слышу иногда с женой, они там баталии устраивают. Marvel better than Marvel is better than Уляля Олечка. Образ Не, ну драники классная штука. Мне они нравятся. Что из кабачка, что из картошки. Научи рычать, как Диманя. Ну хорошо, сейчас я когда вернусь, сейчас перерыв сделаю. Как вернусь, я научу, попробую еще раз вас научить рычать. Давайте договоримся. Я где-то к 11 к вам вернусь. Может, раньше. Мы с винчестерами подружимся. Алхимик, спасибо большое. Они меня не тронут. Я ничего плохого никому не делаю. Нет, если кому-то еще интересно тоже рецептики, я могу сам тоже рецептов понадавать. Кто новенький? Кто узнает, что за образ у Тёмы? Не спойлерим. Кто узнает? Плюсик. Кто узнает, что за образ? Я даже поближе сяду. Да. Что за образ? На кого похож наш Тёма? Не устал в линзах сидеть? Нет. Я узнаю. Плюсик просто. Кто узнал? Плюсик. Я новенькая. Добро пожаловать. Я надеюсь, тебе у нас понравится. Так, а сколько тебя там сейчас, кстати, народу на эфире? 236. Видишь, даже так народ а есть. Сейчас резко набралось. Так было в районе 80-100. Было хорошо. Ну, тут мне пишут плюсики. Друг, это не щадя ада. Просто, видимо, мы попали в рек нормальным людям, которые ничего такого не смотрят. Это грим, это макияж, ты попал на сторону ТикТока, где косплей и все такое. Сочувствую. Или добро пожаловать. У нас весело, прикольно. Заходи у нас в Дискорд. Да, он похож на Флоки из Викингов. Да, есть такое. И причем... На. Ава. Ребят, да, в дальнейшем, да, будет Флоки. В дальнейшем также будет грим с демонами, только уже более грим будем думать. То есть рога и тому подобное. Все это тоже будет. Я что, попал Юр, в другую ну планету? Ты старый. Юра, да ты уж-то старенький. Ты из Олдов, из наших. Тебе-то уж. Тём спрашивает, а рога должны быть криво у него? На самом деле, это просто Иисус так нарисовал рога. Но можно подумать, что да. Это понимаешь, это свой стиль. Свой стиль называется, вот. Научи его говорить да, кузьку. Ладно, Тём. Только рога, смотря, глаза-то они тоже не заметили, да, видать, что у меня один глаз туда пошел, другой туда. А, скажи кузь-кузь. Тебя просто научи сказать, говорить кузь-кузь. Смотри, берешь и говоришь кузь-кузь, кузь-кузь. 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 Надеюсь, вы довольны. Иисус художник, он так видит, да. Привет, опять привет. Первый раз. Пишет, говорит, первый раз видит рога на лбу. Нарисованные. Спасибо, Серж. А потом грыз-грыз. Грыз-грыз. Я даже так не нарисую, пишет наш маленький Лешенька. Лешенька Попочка. А у нас тут тоже теперь оказывается грохочет. О, спасибо за микрофончик. Спасибо.
Ребята. Где монашка на полу? А почему Иисус? Почему Иисус? Ты пропустил, Почему видимо, да? Иисус? Вам показать Иисуса? Почему Иисус? Вы Да, это точно наверное, да. хотите? Чтобы не поняли. Да поставьте Оле плюсики, если хотите увидеть Иисуса. Я По-любому все покажу. хотят увидеть Иисуса. Вот он как раз Иисус с собственной персоной. Вот Иисус. Вот поэтому Иисус. То есть, понимаете, у демона есть Иисус. И это тоже мой модератор, ребят. Это тоже мой модератор. Да, не плюсики пишут, да. С днем рождения, Ландруид. Ландруид, Ландруид. Иисус, это Господь, Господь, Иисус Христос, Ой. Это Господь, Господь, Иисус Христос, это Господь, Господь, Иисус Христос. А ты знаешь, Адя, пусть он это, молитву, тут, которую хотя бы часть знает. Великий аккумулятор, отец Уноды и Кутода, дай силы стартеру, чтобы Бендикс его зашел в зацепление, смог увековечить. А еще прошу, дай искру мощные, на свечи старые, жизнь видавшие, дабы огонь зажегся, благой в камере сгорания. Аминь. С праздником. С праздником. Я же говорю, это вам так весело. У нас очень атмосферно. Если кто-то это не понимает, то лучше реально пролистывайте меня в игнор, чтобы я вам не попадалась в рекомендациях. Потому что мы все с прибабахом, с легким. Пишут, это не Господь, Господь, это Тёма, Тёма, Иисус, Иисус. Это Артём, Артём и Иисус, Иисус. Да, 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 да. Кстати, на самом деле, вот, ребят, вот напоследок, то, что вот здесь мы сейчас все собрались, я хочу сказать огромнейшее спасибо, Оля, потому что, познакомившись перед Новым годом с Олей, и то, что начали так общаться, я сам не ожидал, что у нас у всех так получится, что и Иисус, Пашка, не ожидал, что он из Омска переберется в Москву и будет здесь работать. Что есть ребята, которые все ближе сами тоже подтягиваются. Фаустом я разговаривал. Фауст тоже говорит то, что он очень рад, что благодаря тебя мы все познакомились. Таких ребят очень много, которые пишут благодарность. Так-то пишут благодарность тебе, но через меня. Скажу так. Вот. А я... В своем роде благодарен о том, то, что... Ребят, вы не поверите, сколько она... Ну, как так сказать? Такую поддержку дает. Я, честно, в шоке о том, то, что... Вот... Девушка из Москвы. Я в Иванове. Мы начали просто общаться. И на зов помощи... И на зов о помощи... Первый, кто сразу отозвался. Плюс... Хватит, я не заплачу, хватит. Нет, я напоследок. Я напоследок. Семья, и многие, семья. Многие мне спрашивали, задавали в Дискорде, в ВК писали. Когда Оля не могла там, ну, вы зайти или будете в Дискорд, писали, спрашивали, что это вообще за девушка. Я не могу не сказать ни одну, я не могу сказать ни одного плохого слова в сторону Оля. Хотя она может и мутюкаться. Может. Но это только в Дискорде. Она такая же простая, добрая, общительная и позитивная. Я сам не ожидал, что в ТикТоке можно найти таких людей. Что ТикТок может просто соединить вот так вот людей. Вы сами не представляете, сколько людей ко мне уже приезжали на день рождения и до дня рождения. Которые еще сколько ребят хочет приехать ко мне. Также и сколько ребят хочет увидеться с Олей. Потому что ребята спрашивают, типа, как можно увидеться с Олей, что нужно сделать, то есть, как там ей подпасть. То есть, очень много вопросов связано с Олей. Так, успокойся, успокойся.
А то я сам сейчас. А мне нельзя, у меня грипп. Спасибо за корону. Спасибо большое. Мне тут кажется, что вот человек, который на английском общался все это время, пишет doesn't cry. Мне кажется, что правильно говорится don't cry, нет? Спасибо большое. Грим потечет. Как я говорил, Оль, ты для меня... Ты мне сестренка. Младшая сестренка. Пусть вот именно даже по древу получится, что ты мне сестренка. Потому что от близких людей я таких вещей не видал, что я увидел от тебя. Твоя доброта, твоя простота, твоя милота, няшечка. Ну не мог не сказать. Ты столько людей соединила. Как Лего. Столько... Да. Вроде один маленький, ну знаешь, ну да, вроде один маленький кусочек Лего, зато главный. Без него бы не соединились бы мы все. Не было бы ни нашего Лешу Малого голова, который бы в Дискорде какой-то только. Тебе совсем тяжести поднимать нельзя. А что хотел? А завтра придется. Мы завтра утром едем в Бульвар Дмитрия Донского. Куда? За донором. А? За донором. За стиралки? Да. Мы еще одну стиралку покупаем завтра. Ага. Да, я извиняюсь, просто тут это, по поводу стиралки. Блин, подожди чуть-чуть, мы сейчас разъединимся. Все, сейчас это, сейчас договорю просто эту. Вот благодаря Оле, опять же, вот встретился вот с этим человечком, с Иисусом, с Алиной и нашими многими модераторами. Вот скажи, Оля у нас же классная. Конечно. Как она у нас замечательная, она у нас добрая. Аминь. Алюминь. Алюминь. А, у тебя спросили здесь несколько раз, что за молитва? Была. Молитва на аккумулятор. Можно в интернете найти. Да. Так и называется. Спасибо, Зеро, за панду. Так, я пойду перекушу, а потом вернусь. Спасибо, Тём, за теплые слова. И у меня скоро потечет грим из-за тебя, если я сейчас не отключусь. Ну мы же любя. Мы же тебя все любим, обожаем. Это хорошо, когда девочки мокнут, Тём, но не так. Запомни, нельзя так. Почему нельзя? Ну, неправильно, чтобы девочка плакала глазами. Зеро, спасибо. Это близко, а я вместе с ним. Да, вместе с ним и я, пишет Лёша, маленький. Лёша, блин, прости, что я тебя называю Лёшей маленьким. Прости, пожалуйста. Вот. Ладно, я перекушу. Я перекушу и вернусь. А Тёма еще будет онлайн, вот. Давайте, до встречи, да. Ребята. Если кто-то захочет, а то или там переползайте пока ко мне, да. Потом можете... Вот давайте, я вам секунд 10 даю, чтобы вы переключились к нему, поболтали с ним. А я пошла. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Он, а сейчас, вопрос, вот за то, что ты поверил, как народ. Опа, опа, оп, не поверишь, реально народ подсоединяется. Один, я пошла. Да,